Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И чего бы мне, господа, хотелось начать? Конечно же, с нашей всеми любимой рубрики «Я же вам говорил». Я вам говорил, что после того, как мы увидим вот эту шпильку, начнется укрепление рубля. И я вам говорил, что с большой вероятностью мы пойдем в итоге на 100, но через коррекцию. И что эта коррекция в итоге может дойти до 95. В итоге мы пока не дошли до 95. Мы, в принципе, находимся, вот если смотреть сейчас, по двум курсам, по двум форексам, официальный, неофициальный, 95-80, оба сравнялись. Если смотрим официальный курс по доллару-рублю, он составил 96, в итоге, который сегодня выставили, это конкретно по доллару, по юаню тоже произошло укрепление 13.47. Ну, видите, да, что официальный курс выше 95 и выше 95, там, 80, как вот мы видим, да? То есть, что там 95-80 на графике, а здесь официальный курс на самом деле ниже. Вернее, простите, наоборот, выше. Ну-ка еще раз. 96, да, выше, выше. И по юаню, как я уже сказал, тоже произошла коррекция. Это еще возможно, пока сложно говорить. Но, возможно, еще все-таки юань может пойти до 13.47. Ой, 13.40, простите. Сейчас 13.47, а может дойти до 13.40. И, конечно же, евро, а он тоже у нас опустился, еще не ушел до 103. И не факт, что, конечно, он туда пойдет. Почему? Потому что, смотрите, господа, опять же, к рубрике «Я же вам говорил», как только... Я вам рассказывал, как устроена система, с большой вероятностью, да, как я уже сказал, это эксклюзив, это наши наработки, это не то, что мы где-то там у кого-то чего-то узнали, мы просто сопоставляем все факты, вся информация, которая выходила, и мы помним заявление последнее от ЦБ по поводу того, что они поменяли методологию расчетов, да, и там упоминался юань к доллару, именно форекс-курс, и, естественно, офшорный юань. И фактически я вам тогда говорил, что с большой вероятностью, как действует ЦБ, что пока юань падает, идет девальвация рубля. То есть они идут закупать валюту подешевле. А как только она начнет расти, видите, вот офшорный вырос, вот просто юань к доллару вырос. В этот момент сам индекс доллара шел вровень, да, то есть он сегодня без динамики. Начнутся распродажи, что и требовалось доказать. Как только, собственно говоря, по юаню пошла динамика положительная, он стал дорожать, Центробанк начал продавать его по более которой дорогой цене, чем он закупал, тем самым наполняя бюджет. И я вам об этом говорил, что наверняка сейчас работает именно этот механизм. Конечно, он может быть с коррективами. Мы помним, что цены на нефть могут влиять, если, соответственно, цена будет падать, например, да? И наоборот, если будет укрепляться этот, если цена будет падать, то это фактор ослабления рубля. Если цена растет, значит укрепление. Но мы видим, что сегодня цена по нефти тоже, если взять, без особой динамики, а рубль укрепляется. Притом, помните, я вам говорил, какой является основным уровнем для непосредственной нефти? Это 78, 75 и 80. И вот сейчас мы видим, что за 78 пытались нефть опустить, не получилось, она держится в районе 79, потому что с точки зрения удара Израиля по Ирану картина не поменялась, да, то есть есть ожидания, и, соответственно, как бы еще нет никаких сигналов и даже инфоговна какого-нибудь с инфопомоек о том, что они там как бы идут на какие-то переговоры и так далее, что, возможно, они там этот удар отменят. Ну, то есть это все вот то, что мы знаем прекрасно, как это работает, для того, чтобы манипулировать этой ценой, да. И мы в данный момент видим, что цена держится выше 78, даже ближе к 79, при том, что как бы пока вот эта ситуация с ударами не определена. Будет, не будет, когда, в каком виде. Есть определенные вбросы, они кое-как там иногда функционируют с точки зрения там разговоров, что некие звонки какие-то там были телефонные, некие были какие-то разговоры по поводу того, что Израиль пытаются отговорить там, вот это все фуфло, да, информационное, как обычно, которые вбрасывают
все эти ротшильдо-рокфеллеровские, естественно, СМИ, да, вот, но факт остается фактом, что в итоге конкретики нету, вопрос не снят, цена держится. При этом динамики никакой нет, да, то есть для того, чтобы, соответственно, выйти за 80, тут нужны уже конкретно факты ударов, либо там какая-нибудь жесткая риторика и так далее, которая, соответственно, позволила бы цены разогнать. Как я уже говорил, с большой вероятностью, если они все-таки нацелены ударить, могут это сделать конкретно в пятницу. То есть тогда, когда у нас непосредственно закончится сейчас основная сессия, вот она пока торгуется, да, а как только она закончится, на ночь вот конкретно, вполне могут нанести этот удар. Неизвестно, какой, где там, каким-то супероружием там, где это будет, как говорится, как они там пугали, что это будет абсолютно, никто не будет знать об этом и в то же время увидит там результаты. Мы помним всю эту риторику ушастых этих ублюдков, да, что Нетаньяху, что Галанта. Но факт остается фактом, что сейчас на данный момент идет неопределенность. Раз есть неопределенность, собственно говоря, нефть, естественно, не может падать. И более того, смотрите, немаловажный момент. Золото, господа. Помните, я вам говорил, что золото к выходным опять пойдет вверх. Притом доллар не падает. Ситуация со ставкой абсолютно говорит о том, что ставку, наоборот, никто снижать не будет. То есть все на самом деле для того, чтобы золото не росло. Оно растет. И причина, естественно, такая же. Идет геополитический, естественно, риск. Ожидание, что эти события, собственно говоря, могут в любой момент осуществиться. И перед выходными уходят в хеджирование в золото. Несмотря на то, что американский рынок тоже растет. Американский рынок растет. Тут причина несколько другая. Как я и говорил, что весь этот пузырь держали до отчетного периода. Отчетный период начался. Неплохо отчитались банки, по крайней мере. Как говорится, показали в своих отчетах неплохие цифры. Насколько они там реальные или нет. Ну, они, скажем, больше все-таки, как говорится, там проверяются и так далее, чем все вот эти государственные, как говорится, показатели экономики и прочее, да, вот, поэтому здесь, скорее всего, они, конечно, наверное, не врут, но, в общем, неплохо они показали, и вот это начало отчетного периода, плюс надо учитывать, что статистику, которую мы сегодня ждали, господа, а именно ситуация с непосредственно данными по инфляции в США, по России, кстати, сейчас, простите, она сейчас только должна выйти, сейчас посмотрим ее. Начал записывать видео еще, когда эта статистика не вышла. Вот сейчас мы ее проверим. У нас же все в реальном времени. Она у нас 19.00, а время, вы можете проверить, что мы записываем все в реальном времени, 19.07. Вот смотрите, статистика у нас в 19.00. Следующее. Индекс потребительских цен год к году снизился, но опять же, в рамках, скажем так, предыдущего периода, а если прогноз, то чуть выше. Прогноз был 8,5, а в итоге 8,6. И индекс потребительских цен месяц к месяцу, вот это существенный рост, с 0,2 на 0,4 был прогноз, в итоге 0,5. Это к вопросу о том, что ставку никто опускать не будет. И тем более не, как говорится, разговоры о том, что она останется, тоже уже маловероятно, то есть вероятность ее подъема растет. И это тоже было очевидно. Сейчас, господа, один момент. В канале я сообщу. Извините. Господа, инфляция выросла. Год к году она выросла буквально чуть на 0,1% выше прогноза. А вот месяц к месяцу выросла достаточно серьезно. И это говорит о том, что российский рынок с большой вероятностью это воспримет негативно, и индекс Мосбиржи может опуститься. Так уж извините, это у нас все-таки надо, как говорится, прокомментировать, так как у нас все в телеграм-канале, все идет в реальном времени. Значит, смотрите, как я уже сказал, дождались мы, значит, инфляцию России. Рост. Рост, и как вы понимаете, это, конечно, говорит о том, что раз ставку будут поднимать, раз инфляция растет, понятно, что рубль будет и дальше девальвироваться.
Тем более ситуация с ценами на нефть, как вы видите, я уже сказал, что очень пограничный вот этот вариант, выход за 80, удастся или нет, тут очень важно, как будут развиваться дальше события. Очень много сегодня было геополитики, Путин, собственно говоря, в Туркменистан прибыл, это тоже имеет колоссальное значение, потому что там, господа, он встречается с Пезешкианом, непосредственно с президентом Ирана, и, как вы понимаете, в ходе тех событий, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, это имеет колоссальное значение. Идет координация, сверка часов, мы уже говорили об этом. Вчера уже поступила информация, что в Иран были перекинуты дополнительные С-400, то есть готовятся там непосредственно встречать этих ублюдков, которые попытаются, если там что-то нанести и так далее, да. Также, соответственно, в Ливан вчера прибыл наш, собственно говоря, Ил-76, с неизвестным грузом, может быть, те самые FPV-дроны, кто знает, но факт остается фактом, что туда были переброшены некие ресурсы, и понятное дело, как я уже говорил, все это взаимосвязано, абсолютно, ситуация в 404-й, а тем более, смотрите, сейчас тоже пошла информация буквально со вчера, что в Курской области начали выдавливать непосредственно натовских ублюдков вместе с нацистами-фашистами, которые там из 404-х, как говорится, ВСУ. Вот, поэтому там тоже процессы очень быстро пошли ускоряться, а это очень важно, потому что, как мы понимаем, чем больше мы начинаем там получать успехов, тем быстрее вероятность столкновения напрямую с НАТО, да, мы уже об этом говорили. И избежать этого невозможно, а Ближний Восток, соответственно, также, как говорится, дополняет эту картину. Давайте быстро пройдем по календарю и переходим уже конкретно к обзору геополитики, потому что это будет очень важно, очень будет сильно влиять. А процесс по рублю, как вы видите, когда будем делать прогноз, как я вам сказал, механизмы пока работают ровно те, которые я вам обозначил до этого. Значит, смотрите, что мы сегодня ждали. Быстренько, потому что, в принципе, я вам уже сказал результаты. Значит, ВВП Великобритании, это к вопросу общей, так сказать, ситуации с рецессией в мире, да, есть она или нет, то есть идет мировое замедление экономики или нет. Значит, ВВП Великобритании показало неоднозначную какую-то статистику, откровенно говоря. А, ну небольшой рост. Но опять же, ниже прогноза, если с месяца к месяцу, то есть получается прогноз 0,2, выросли на 0,2. Все, как бы с предыдущего, соответственно, был по нулям. Ну и в принципе все, больше нас особо не интересует, нас в принципе Великобритания не интересует, эти англосаксские ублюдки, они нас интересуют исключительно только в рамках воздействия где-то на рынок. Значит, смотрите дальше. Индекс цен производителей в США месяц к месяцу, ожидаемая инфляция от Мичиганского университета, индекс потребительских инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, представитель еще ФРС должна быть, собственно говоря, Логан выступить, но она уже выступила, пока не видел я никаких непосредственно комментариев. Или это он, кстати, и индекс потребительских цен в Российской Федерации, то есть конкретно вот то, что мы только что с вами зачитали, и выступление еще одного ФРСника в 2010, но это уже будет позже, Боуман еще будет выступать. Значит, смотрите, данные по Мичиганскому университету, ну, в принципе, я хочу сказать, что они уже роли особо не играют, потому что данные по инфляции вышли, но вот ожидаемая инфляция, ожидают рост на 2,9%, индекс потребительских инфляционных ожиданий тоже рост, но в рамках прогноза до 3. Индекс ожиданий потребителя от Мичиганского университета снижение, 75 прогноз на 72,9. Индекс настроения потребителей снижение на 68,9, а должно было быть в прогнозе 70,9. Ну, в общем, ухудшение ситуации экономической статистики, но, несмотря на это, рынку все похрену, рынок летит. Потому что, в принципе, отчетный период начинается неплохо, банки отчитались неплохо, данные по инфляции производителей, несмотря что потребители вчера данные в инфляции выросла, то здесь вроде как осталось в рамках, грубо говоря, без динамики. В общем, рынок уверовал, все что хорошо и растет дальше. 5800 пробит, доллар, вы видите, безподвижен. Если брать конкретно ситуацию с облигациями, естественно, так это двухлетки, десятилетки начнем. Идет
все равно распродажа, покупок никаких нет, потому что разговор о том, что ставки будут снижаться, здесь, естественно, как говорится, не приходится ожидать. Вот они, двухлетки, тоже чуть-чуть начали улучшать свое состояние покупки. А, естественно, сами облигации доходности растут, они находятся на пиковом значении, вот десятилетки. Вот, собственно говоря, двухлетки немножко стали снижаться, потому что мы видим, небольшие покупки пошли. В целом на доллар никакого положительного эффекта это не оказывает. За 103 он не вышел, то есть если бы инфляция выросла, тогда бы да, тогда бы он мог пойти вверх, сейчас нет. И все это говорит о том, что пока вот в районе этого 103 он пока удерживается. Дальнейшая динамика выход за 103 пока под вопросом, и это будет иметь огромное значение непосредственно воздействие геополитических факторов. И естественно, как только на него будет оказано влияние, вспоминаем нашу систему, если он пойдет на укрепление, это начнет ослаблять юань, и, соответственно, наши Центробанк, Минфин начнут опять закупать валюту. Что и закончит уже вот эту девальвацию непосредственно, да, вернее, вот это укрепление, и обратно возобновит опять вот эту девальвацию рубля, да. Поэтому это укрепление, скорее всего, ненадолго, да, я больше чем уверен, что ненадолго. Доллар, потому что за выходные уже может начать укрепляться, если начнутся вот эти удары, да, потому что не забываем, что пока американские ублюдки все равно считаются типа не участником конфликта, а они все время об этом там твердят, да, и, кстати, довольно показательный момент, очень показательный момент. Иран предупредил американских ублюдков, что если они попытаются ударить по Ирану вместе с Израилем, то эти конченые твари в Персидском заливе будут уничтожены. И вся их группировка пойдет ко дну. И как мы понимаем, Россия этому поможет. Поэтому вопрос у них вот этой дилеммы, все-таки ударять по Ирану или нет. Также надо учитывать, что предупредили и, собственно говоря, страны соседей, в том числе там Саудовскую Аравию и так далее, чтобы они не предоставляли свое воздушное пространство для нанесения каких-либо ударов, атак и так далее. И те заявили, что да, не будут. Не будут предоставлять. То есть на самом деле мы понимаем, прямой границы у израильских ублюдков нету с Ираном. Но эти конченые твари, мы помним, да, этот план сатанистов-сионистов, объединить все территории вокруг себя, создать вот это государство Израиль, вплоть до Дамаска. То есть, соответственно, и Сирию туда присоединить. Мы понимаем прекрасно, что эти твари конченые решили оккупировать эти территории, поэтому этих ублюдков надо остановить. Надо остановить. Физическое уничтожение единственное, что их может остановить. Ну и финансовая система, да, про финансовую систему сейчас поговорим, потому что, как я и говорил, все это абсолютно взаимосвязано, поэтому невозможно рассматривать одно без другого. Наша задача, естественно, первым делом, так как нас интересует ситуация с курсом, понимать, что будет происходить с долларом. А то, что будет происходить с долларом, безусловно, будет происходить через нефть. А нефть, естественно, будет поддаваться прямому воздействию ситуации на Ближнем Востоке. Вот так все взаимосвязано. Вот так идет аналитика, господа, и одно другое ничего не выкинешь. Все звенья работают друг с другом. А Ближний Восток это и 404, то есть война на Украине, естественно. Поэтому тоже все звенья цепочки, никак ничего от другого не отделить. Ну и теперь смотрите, как я уже сказал, динамика доллара будет зависеть от тех событий, которые будут происходить на Ближнем Востоке, и, соответственно, динамика нефти будет напрямую влиять на динамику доллара, а динамика доллара напрямую на воздействие юаня. На воздействие юань будет влиять напрямую на действие Центробанка и Минфина, да? Все, вот она цепочка основная. Как я уже сказал, с большой вероятностью все-таки мы ожидаем, что вот все будет зависеть от того, как будут проходить сейчас события в выходные. Если все-таки этот удар будет нанесен, то есть вероятность, уже не достигнув 95 и сразу пойти на ослабление. Если все-таки удар не будет нанесен, будет какая-то мягкая риторика, нефть, возможно, там, как говорится, даже либо останется в тех же значениях, либо может даже подрастет и так далее, то тогда, собственно говоря, до 95 еще дотянуть могут. Но есть вероятность и не дотянуть. И если мы посмотрим непосредственно вот здесь, то смотрите, вот мы практически, вот чуть-чуть оставалось, это как раз наши 95-95-50, до середины вот этого импульсного бара. Вот коррекция составит именно до середины этого бара. Ниже уже не пойдут. И дальше, соответственно, пойдет на ослабление.
Тем более, еще раз говорю, все будет еще зависеть, как в этот момент будет себя чувствовать доллар. Будет ли он пробивать 103, либо все-таки начнет корректироваться. Я не вижу пока причин ему ослабляться вообще от слова ни на чем. Ситуация с данными по экономике его пока поддерживает, несмотря на то, что они там, соответственно, рассказывают о том, что у них там все хорошо, но экономика неоднозначна. Ситуация со ставкой, с ожиданием снижения ставки, однозначно поддерживаю, потому что здесь ясно, что никакой ставки снижаться не будет. Это все полное фуфло. И, естественно, они будут сейчас максимально стараться его вот этими слухами поддерживать, чтобы он не, как говорится, ослаб, да? А непосредственно риски геополитические, если, соответственно, начнутся удары и так далее. Вот смотрите, биткоин сегодня тоже начал потихоньку восстанавливаться. То есть вот он падал, да? Как только пошла, как говорится, хорошая статистика и так далее, все, тут же восстановил 6800 и уже начинает опять разворачиваться на 65. Но это фуфло, это полное фуфло, расти ему на самом деле не на чем, это все чистые вот спекуляции. Американский рынок вырос тоже только сейчас вот на этих отчетных периоде, да, но это было изначально понятно, потому что я говорил, что его задирали для того, чтобы он не упал. Чтобы не упал, то есть когда будет нисходить непосредственно реальность, да, то, естественно, это будет приводить к падению, когда будет показывать, что экономика плоха, что инфляция растет и так далее, и так далее, и так далее, да. А мы понимаем, что, естественно, если сейчас цены на нефть пойдут вверх, если они начнут пробивать 80 уровень и выходить 82-84, мы уже видели, что происходит с потребительской инфляцией. Также не забывайте, ураган, ударивший по Америке, это сейчас тоже разгонит инфляцию, потому что там экономически в итоге начинаются проблемы. Достаточно много, как говорится, районов пострадало. Ущерб достаточно серьезный. Это все может нарушить определенные и в том числе логистические цепочки и так далее, да, поставок. Поэтому, естественно, это все издержки, которые приведут в итоге к разгону инфляции. И мы понимаем, что эта картина, она как бы сейчас, как говорится, картина Репина рисуется полностью. То есть понятно, что очевидно можно ждать дальнейшую инфляцию, да. А это, естественно, ни о каком снижении ставок. И, соответственно, как мы понимаем, в этой ситуации рынку расти-то не на чем. Не на чем. Только вот если, как говорится, вот этот отчетный период, что, в принципе, они и делают. Ну и теперь смотрите, господа, давайте отправимся в наш телеграм-канал. Почему я хочу сейчас там посмотреть некоторые посты? Потому что мы все время говорим о той ситуации с дедоларизацией, да, я вам постоянно говорил о том, что сейчас идет процесс полным ходом для того, чтобы уйти от этой непосредственно финансовой системы. И, естественно, этот процесс ускоряется, потому что я уже говорил, что это вопрос фактически выживания, вопрос фактически возможности, как говорится, с нами, как говорится, иметь какие-то определенные взаимодействия тех стран, которые являются либо дружественные, либо там партнеры, либо союзники и так далее, да, они, которые, так сказать, тоже подвергаются, естественно, воздействию всяких санкций. И вот, смотрите, во-первых, выступил Силуанов, да, дал определенные сигналы. Мы понимаем, что БРИКС уже скоро, все уже близко, поэтому давайте посчитаем, потому что это на самом деле с большой вероятностью впереди будет менять и ситуацию с курсом. Однозначно. Потому что как только будут появляться альтернативы, а я хочу сказать, уже такие сигналы есть. Вот сегодня я тоже, например, слушал, так получилось, что просто попал. И, как говорится, краем уха слышал ситуацию по поводу вот этих транзакционных платежей, какие они как бы испытывают сейчас проблемы и так далее. И есть ли какие-то признаки того, что ситуация начинает меняться. И бизнесмены говорили, да, ситуация начинает меняться. Еще раз говорю, конечно, надо учитывать, что у крупного бизнеса несколько все посложнее. Но в целом, вот эти вот, например, компании, посредники, которые, естественно, создавали дополнительные издержки, еще раз, как вы понимаете, это как раз все разгон инфляции, это все было сделано против нас американскими ублюдками, естественно, Ротшильды, Рокфеллеры, вот это жидомасонском ложе, соответственно, да, непосредственно, которые, как говорится, пытаются Россию поставить на место, потому что она бросила вызов этим ублюдкам, да, сатанистам, сионистам. И единственное, кто, так сказать, решила с этими ублюдками бороться по-настоящему. И фактически готова к физическому их уничтожению, если они, как говорится, будут рыпаться не в ту сторону, как они, так сказать, думают, что они абсолютно, как говорится, неуязвимы, да. Вот, поэтому здесь, естественно, надо понимать, что прежде всего, как я уже говорил, этих ублюдков надо завалить через финансовую систему.
потому что именно финансовая система создает им возможность бесконечной печати доллара и, естественно, направлять его там везде, создавая искусственный, как говорится, управляемый хаос за счет того, чтобы, как говорится, с этого жить, да, получать с этой крови, что называется, дивиденды, потому что понятно, что захваты новых территорий, создание всевозможных войн, конфликтов, которые берут потом под контроль, ставят своих марионеток, все это уже известно, да, и, естественно, манипулируют информацией. Все это я вам сейчас докажу в очередной раз, как обычно, все, как говорится, аргументировано, по полочкам, без всякого, как говорится, просто так, я вот так думаю, и, как говорится, имею мнение, хер оспоришь, да, а это конкретно все с доказательствами, все как положено, да. Значит, смотрите, основанная на западной инфраструктуре система международных расчетов становится все более политизированной. И в этих условиях страны БРИКС, напоминаю, осталось 2 недели, и Путин сейчас, обратите внимание, сверху часов делает по всем странам, в том числе там бывшие страны СНГ, то есть фактически СССР бывшие, да, которые, собственно говоря, тоже, как мы понимаем, входят в систему, которая сейчас позволяет России в том числе выживать за счет всевозможных, как говорится, обхода санкций и так далее. Они помогают в этих процессах, да. Но, понятно, на этом зарабатывают. Определенные издержки мы и несем. Но, как я уже сказал, вот сегодняшняя как раз информация, она как бы сейчас дала определенные, скажем так, сигналы о том, что, например, вот малый бизнес, который более мобильный, да, он уже чувствует эти изменения. То есть появление вот этих вот новых законов, новых систем постепенно идет внедрение. И уже, в принципе, начинают замечать, что, во-первых, вот, например, если там в помощи проводить транзакции и так далее, были какие-то мелкие игроки, да, и, соответственно, серьезные комиссии делали, то есть там по 10% были издержки, да, а, как вы понимаете, все это ложится на потребителя. Откуда идет разгон инфляции? Как раз вот эти вот издержки, которые делают, еще раз напомню, англосаксские ублюдки. Поэтому этих ублюдков и мы так и будем называть. Это конченые твари, это враги человечества, это сатанисты, сионисты, которые, собственно говоря, все это время управляли миром. Поэтому это наша задача этих ублюдков свалить, либо физически уничтожить, если они, как говорится, не пойдут на какие-то потом будущие коммуникации. Потому что, еще раз говорю, договариваться с ними ни о чем нельзя. Это конченые ублюдки, это лгуны, это фальсификаторы. Это лжецы, это лжепророки, лжеучения, это лукавые, поэтому надо четко понимать, что с ними никаких договоров быть не может. Этих тварей можно только заставлять делать так, как говорится, когда у них нет вариантов, и приходится просто вынуждать с позиции силы. А напомню, все, закончилась та эра, когда там было мировое право и прочее, все это полное фуфло, ничего не работает. Сейчас только позиции силы. И мы видим, израильские ублюдки, сатанисты, просто бомбят, делают все, что угодно. А американские, англосаксские ублюдки прикрывают их, соответственно, в том же ООН, накладывая вето, право на все решения, там, Совет Безопасности и так далее, да? То есть это не работает. Это просто конкретно они чихают на все и просто проявляют признак силы. И если есть признак силы, значит, делай, что хочешь. Но значит, этих ублюдков надо также абсолютно через силу и давить. Другого варианта нету. И только ставить их к ногтю, и потом только с ними о чем-то разговаривать. Как говорится, вынуждая с ножом у горла. По-другому не получится. Эти ублюдки не остановятся по-другому. А для того, чтобы этот нож к горлу поставить, надо этих тварей вначале вытащить. Потому что, вспоминаем, они все время не участники конфликта. Они управляют конфликтами, они их создают. Они создают ад по всему земному шару, да? И управляют этим адом. Но в реальности ублюдки все время остаются якобы в стороне. Поэтому задача эту тварь гниду вытащить, сатанинскую, потом поставить нож к горлу и заставить твари делать так, как они не хотят. А они не хотят, чтобы у них не было возможности использовать весь мир в своих интересах. То есть непосредственно финансовая система первым делом, а дальше за ней все идет. Потому что через финансовую систему они делают все. И контролируют санкциями, и создают давление, и заставляют всех плясать под свою дудку, подкупают всевозможные, там либо марионеток ставят, либо просто тупо, как говорится, подкупают, и так далее, и так далее, и так далее. Все это делается еврейскими ублюдками, которые, естественно, являются сионистами и сатанистами, нацистами и фашистами, из которых, в принципе, все и произошло. Во всем мире все проблемы именно реально от них,
Потому что теория именно вот этого вот управляемого хаоса, это их создание, абсолютно. Потому что сатанисты в чистом виде делали так всегда, управляя, соответственно, финансами, информационным потоком. Поэтому, еще раз говорю, все инфо-СМИ, инфо-говно это читать не надо. Именно так, как они это подают. Надо всегда разбираться, надо всегда фильтровать, и это вам тоже покажу. Ну и вот теперь смотрите, естественно, вопрос, как этих тварей завалить и как этих тварей победить. В этих условиях страны БРИКС решили создать собственную независимую платежную платформу. Как отметил в эксклюзивном интервью RT Арабик министр финансов России Антон Силуанов, механизм будет разработан на базе новых технологий и позволит проводить внешнеторговые сделки быстрее, дешевле и независимо от попыток внешнего вмешательства. Вот это очень важно. И еще раз, господа, напоминаю, когда там у некоторые умалишенные ржут на тем, что там доллара больше не будет, еще раз говорю, слушайте херово, в ушах стоят бананы, а глаза, судя по всему, вообще не воспринимают реальность. Я никогда не говорил о том, что доллара конкретно не будет. Не будет той долларовой системы в том виде, в котором она существует. Еще раз говорю, кусок доллара, кусок говна нас не интересует. Он нам нахер не нужен, если у нас есть альтернативная система. А если надо его где-то использовать, еще раз говорю, понимаете, надо, да? Что как только вы его используете, вы попадаете под контроль. И теперь делайте вывод, нужен он вам, нахер он вам нужен вообще, да? Тогда в этой ситуации. Если у вас есть альтернатива, проводить те же платежи, там, как говорится, в рамках каких-то сделок со странами, которые находятся с вами вместе в одном контуре, да, как говорится, мы же говорили о том, что фактически мир сегментируется, да, и экономика сегментируется, и эти ротшильд-рокфеллерские ублюдки это уже стали признавать, что фактически есть разграничение. И получается, есть вот эта западная сатанинская ось, это сатана, ось сатаны конкретно, запад, ось сатаны, прям равно ставим, ось сатаны. Сатанинская церковь находится в Америке. Америка это вообще кусок говна, это просто реально страна иммигрантов, она фактически не имеет даже коренного населения, да, индийцы там и так далее были давно там выгнаны во все резервации и так далее. При, как говорится, туда присоседились вот эти ублюдки, ротшильдо-рокфеллеровские, да, то есть вот эти еврейские, вот эти вот жидомасонские ложи, они там, собственно говоря, обосновались, да, и создали вот этот очаг зла, вот эту сатанинскую страну, которая управляется сатаной. А израильские ублюдки, естественно, их же, как говорится, поселенцы, которые непосредственно стали захватывать и создавать плацдарм на Ближнем Востоке. Но это все одни ублюдки, конченые сатанисты, сионисты, которые не имеют отношения к Богу ни в каком виде, никакие они не богоизбранные, это черти, это бесы, которых, как говорится, с этой земли надо гнать. Поэтому в этой ситуации вам не нужен, получается, доллар, который полностью контролируется и счета, и его транзакции, вы можете получить санкции, ограничения, аресты, воровство, если вы пользуетесь этим говном. Соответственно, он вам не нужен, вам нужна альтернатива. И если она у вас есть, вы автоматом начинаете от него отходить. Но он будет существовать для Америки. Для Америки будет существовать, для тех, кто, как говорится, захочет у Америки что-то купить и так далее, да? Где-то может применяться и как международной системе, но он уже не будет обладать, во-первых, возможностью создавать санкции, а это очень важно, не будет возможности контролировать другие чужие транзакции, не будет возможности бесконечно печатать эту тупую, пустую, сраную бумагу, которая в реальности не имеет никакой уже стоимости, потому что в реальности она обесценена, просто обесценена. И также вы не сможете подвергаться всевозможным давлениям со стороны принятия каких-то невыгодных вам решений, садиться там на, как говорится, финансовую иглу типа МВФ и прочее, да?
Потому что у доллара не будет этих возможностей. И самое главное, его надо скинуть со статуса резервной валюты. Он не должен быть резервной валютой. А это, прежде всего, первый удар, это уйти от нефти доллара. Не должно быть непосредственно расчетов сырьевых товаров в долларах. Вот этого всего быть не должно. А дальше это говно, пусть плавает как хочет. Вот этих всех функций у него быть не должно. Но без этих функций не будет этой сатанинской организации. Без этих функций они просто исчезают. Потому что вся экономика, вся система, все эти сраные якобы международные организации, вот это все фуфло, которое они там наплодили, и, собственно говоря, со словом «международное». На самом деле это все говно, это полностью инфопомойки, это организации, подконтрольные сатанистам, решают так, как нужно сатанистам, и это надо четко понимать. И в этой ситуации, естественно, они не работают на мир. Никакой международной они не работают. Они работают на сатанинскую западную ось. Все. Это надо четко понимать. А работают они как раз благодаря тому, что все полностью контролируется через финансовую систему. И создаются эти организации. И финансируются эти организации. Все через эту финансовую систему. И, соответственно, все, как говорится, решения принимают они в рамках того, как заинтересованы сатанисты. Это надо четко понимать. Поэтому еще раз говорю, доллар, как таковая бумажка сраная, она не пропадет. Она будет существовать. Вот значимость этого говна будет падать просто колоссально. Потому что как только перестанет быть искусственно созданный спрос на это говно, и сколько бы вы его ни печатали, как выразилась Елен, его перестанут покупать, а мы понимаем, что тогда это говно токсично. Оно уже токсично, например, для России уже токсично. Никто уже на доллар не молится, да? Это уже другие времена стали. У нас даже показали последнюю статистику, что за последние как раз вот эти годы россияне избавлялись от долларов максимально по сравнению с тем, что было раньше. Раньше доллар был наоборот, накопление там и так далее, да, сейчас идут, простите, в те же депозиты и так далее, нахер не нужна эта сраная бумага. И она, в принципе, еще раз говорю, она в итоге идет к концу. Вот в том виде, в котором она есть, она идет к концу. И вот эти военные процессы, все, которые происходят, они как раз наточены на то, чтобы поддержать и не дать ему обвалиться. Чтобы он оставался тем же инструментом. Поэтому идет эта гребаная постоянная борьба. И вот эти вот вопросы о том, что 404-е для всех там якобы европейцев, понятно, это марионетки сраные, типа гребаные овчарки фон дер Ляйен, фашистской нацистской твари, всевозможных тупорылых Боррелей, блядь, этих садоводов гребаных, вот этого мурла, которого зовут Макрон, который чисто является, как говорится, Ротшильд-Рокфеллерская, как говорится, сошкой, которая поставлена была изначально, марионетка. И прочее, прочее, прочее. Шольцы тупорылые и так далее, и так далее, и так далее. Но это все сраные марионетки. Реальный кукловод, он находится в другом месте. И вот этот вот ушастый ублюдок вместе с Галантом, также ушастым ублюдком, да, вот эти израильские конченые твари, фашисты, нацисты, сионисты, сатанисты, да, вот они, собственно говоря, непосредственно крутят им всем. И надо понимать, что, конечно же, в этой ситуации они понимают, как только доллар лишится этих возможностей, им конец. Потому что вся система держится только на этом. Что есть конкретный искусственный спрос, хочешь купить нефть, иди покупай доллар, хочешь купить какие-то там сырьевые товары, иди покупай доллар, захотят там запретить, перекроют твои счета, захотят, как говорится, ввести какие-то санкции и так далее, закроют твои, как говорится, заморозят твои там транзакции и так далее, своруют твои деньги и все в этом духе. Поэтому эта ублюдская система должна умереть, она не должна быть основной в этом мире. Из-за нее и идет война. Прежде всего. Все, что происходит в 404-й, прежде всего из-за этой системы. Они, правда, не знали, что так будет. Они думали, что они просто получат новые территории в виде России дополнительно, да?
То есть Россия рыпнется, как они планировали, эти ублюдки конченые. Россия, вначале ее вынуждают. Вначале ее вынуждают, ее провоцируют, понимая прекрасно, что если они пойдут к границам Российской Федерации, Россия сидеть не будет, этим ублюдкам начнет навешивать. Они, естественно, делали так, чтобы 404-е, рабы, их рабы, потому что вся их сраная незалежность, она только типа от России незалежность была, да? Вот это все клоунада. А по факту это рабы. Это просто англосакские рабы. И выполняют то, что им говорят. Никогда они незалежными там не были. У них вообще никакой независимости не было. У них сейчас независимость от общих, от своих территорий. Потому что по факту у них все забрали. Все забрали. Наркоман, ублюдок, все продал. И жена его, естественно, на эти бабки, которые они получали за территории, которые отдавали Ротшильду Рокфеллеровскому отродью, Блэк-Року там и прочее, да, Вангарду. А это все отдавалось им. Еще раз говорю, украинцы, очнитесь нахрен. Выйдите там из своего сраного марафона тупорылого. И посмотрите вокруг, у вас ничего нет, вы бомжи. У вас все забрали. Все забрали, вы там пытаетесь там некоторые воевать. Ни за что. У вас ничего нет, все, у вас все забрали, все, ничего нету. Это все уже принадлежит им. А вы просто мясо, которое используют, соответственно, чтобы воевать с Россией, используя вас как презервативы для того, чтобы не стать участниками конфликта. Вы просто презерватив, который НАТО в виде США натягивает на свой член, простите, да, и пытается иметь Россию. А по факту вы просто ничто для них абсолютно. И в реальности у вас нету ничего. Они уже у вас все забрали. И считают, что воюют уже за свои территории, которые они считают уже своими. Поэтому надо четко понимать, этот процесс был рассчитан на то, что как только они спровоцируют Россию, она рыпнется, тут же будут введены гигантское количество санкций, адские санкции вот этого тупорылого негритоса типа Обамы, голубого вот этого петуха, как и, собственно говоря, Макрона. И что в этот момент они рыпнутся, мы как бы рыпнется Россия, и тут же вот эти санкции, все, тут же разорвут Россию, все. Потому что вот это англосаксское ублюдское сообщество, да, оно, естественно, сатанинское, они думали, что финансовая система, раз они из нее нас выкинут, плюс, собственно говоря, нанесут нам экономический ущерб, и мы помним, как это все происходило, разорвут нашу экономику в клочья, мы помним все вот этот пафос сраный, и все. И после этого они начнут делить Россию. Захватывать территории, то есть мало того, что 404-ю они как бы захватили, так они еще и Россию получат со всеми ресурсами и так далее. И вот тут они уже прям расцветут, потому что финансовой системе конец приходит потихоньку. Он приходит конец. Экономика у них в развале полностью. Полностью. Нужны новые ресурсы, чтобы куда-то двигаться. Они же просто пожирают других, за счет этого живут. Это же сатанисты. Но не тут-то было. Оказалось, что против сатанистов встает народ, с которым Бог. И вот тут, как говорится, по мордам им надавали сразу. А дальше стало понятно, что мало того, что Россия пойдет, заберет все эти территории обратно себе, как они были в Российской империи, в СССР, это были российские земли, и они будут освобождены. А эти твари не получат ничего. И никакого там ресурса, сырья, вот то, что, о чем там мечтал вот этот ублюдок. Все время подзабывая иной раз его фамилию. Но не суть. Позже вспомню, скажу. Он же там говорил про то, что там огромное количество ресурсов. И все это очень поможет Америке. Поэтому надо обязательно эти территории, соответственно, захватывать. Они как раз в районе ДНР, ЛНР. Тот же угледар, между прочим, литий, да? Грэм. Ублюдок Грэм. Вот, вспомнил. Вот это мурло. Ну и, собственно говоря, они это ничего не получат. А дальше процесс пошел еще хлеще. Вот тут уже, как говорится, замахнулись на доллар.
Потому что они-то думали, что как раз с помощью этого же сраного доллара они нас разорвут в клочья и выкинули нас с этого доллара, и думали, что на этом нам конец. А пошло все по-другому. Мы развернулись и начали бить по самому больному. Как раз по этому ублюдскому доллару. И теперь читаем дальше. Как отметил Цукзин в интервью RT, арабик, министр финансов России Антон Силуанов, механизм будет разработан на базе новых технологий и позволит проводить внешнеторговые сделки быстрее, дешевле и независимо от попыток внешнего вмешательства. Одновременно страны БРИКС продолжат сокращать долю доллара во взаимных расчетах. Да? То есть надо четко понимать, я уже говорил об этом неоднократно, не сразу это произойдет, прям в один миг вот БРИКС пройдет и все, как бы все пошел в развал. Нет. Но этот процесс начнет ускоряться. И по спирали раскручиваться все быстрее, быстрее, быстрее и быстрее. Потому что, еще раз говорю, так как от России все-таки зависит очень много всех в мире, и от ресурсов, и от технологий, и так далее, вспоминаем элементарную Европу, которая превратилась просто в кусок дерьма без российских ресурсов, без газа и прочего. Полностью старый, неконкурентоспособный. Кругом безработица. Сокращение производств и так далее, и так далее, и так далее. А та же Венгрия, которая с Россией дружит, прекрасно себя чувствует. Поэтому делайте выводы. С Россией надо вместе быть. А раз с Россией надо вместе быть, нужно, чтобы те давления, те ограничения, те санкции и прочее, которые пытаются, соответственно, ввести против России и ввели, не влияли на вас. А как это сделать? Правильно. Выстраивать тот самый финансовый контур безопасности, который позволит в итоге вам обходить все эти санкции, минуя эту сраную, вонючую долларовую систему. Вот этих конченых ублюдков, которые, собственно говоря, все время зарабатывали на ней и создавали проблемы по всему миру. И вот в этом уже раскладе возможность завалить доллар, еще раз говорю, помним Хазина, да, он там еще 90-е и 2000-е вещал все время, еще раз говорю, я к нему хорошо отношусь, но он все время там говорил о том, что вот, достаточно России отказаться от доллара, и все, доллар рухнет. Тогда это было нереально. Но не сейчас. Тогда да. Тогда это было нереально. А сейчас это более чем реально. А сейчас это необходимость сделать. Просто. Просто необходимость. Для элементарного выживания всего мира. Поэтому еще раз говорю. Заинтересованных уже в этой ситуации и в этой системе альтернативной. Большинство, мировое большинство. Остается только шестерки в виде G7. Шестерки сатанистов и больше никто. Только вот эти конченые ублюдки сатанинской оси. Все, больше никто. Остальные все заинтересованы в обходе этой системы. Поэтому одновременно страны БРИКС продолжают сокращать долю доллара во взаимных расчетах и все более активно использовать нацвалюты. А в перспективе и цифровые финансовые активы. Помимо этого, глава Минфина рассказал о подготовке бюджета на следующие 3 года, работе программы долгосрочных сбережений и перспективах развития криптовалютной отрасли в России. Антон Германович, год представительства России в БРИКС ознаменовался расширением состава участников объединения. Как это отразилось на работе организации? Действительно, в этом году к нашему сообществу присоединились несколько стран, и каждая из них привнесла что-то свое, новое. Мы видим, во-первых, общую заинтересованность в обсуждении вопросов развития наших стран, торговли, экономик, инвестиционного сотрудничества. Во всяком случае, новые страны влились в ту повестку, которая обсуждается на наших международных встречах, и, как я уже сказал, каждый привнесла что-то свое новое. Предположим, Египет внес предложение по совершенствованию работы международных банков развития. Эфиопия предложила свои идеи относительно использования расчетных механизмов. Иран также.
мы знаем, имеет большой опыт с точки зрения использования собственных финансовых технологий в обеспечении международной торговли. Объединенные Арабские Эмираты внесли предложение по развитию искусственного интеллекта в сфере финансов. То есть каждая из стран вносит какой-то свой вклад. И это дает основание говорить о том, что нашему сообществу добавлен дополнительный импульс от расширения БРИКС. Понимаете, да? Количество заинтересантов. И вы понимаете, там, где Объединенные Арабские Эмираты, там, соответственно, Саудовская Аравия и так далее, да? Как вы оцениваете результаты работы по линии Минфинов и Центробанка в рамках финансового трека представительства России в БРИКС? Мы уже практически год вместе работаем над теми вопросами, которые волнуют нас в первую очередь. Это, в частности, создание независимой международной валютной финансовой системы. И прежде всего, независимой системы расчетов за товары и услуги, поскольку видим, что в последнее время и эта сфера стала политизированной. БРИКС как раз тем и отличается от других объединений, что эта организация вне политики, вне какого-то давления и ограничений. Она нацелена на то, чтобы росла экономика наших стран и увеличивались доходы граждан. Поэтому, когда мы говорим о свободной торговле и свободном перемещении рабочей силы, услуг и инвестиций, то понимаем, что для этого должен работать соответствующий инструментарий. Что, господа, и требовалось доказать, о чем я вам и говорил. Что эта система будет сейчас только набирать ход. Потому что другого варианта нет. Это вопрос выживания. И поэтому кто там верит, кто там не верит, кто там золотого, как говорится, звездно-полосатый флаг каждый день целует и орет, боже, храни Америку, я вас, сука, разочарую. Все равно конец. Все равно конец. Постепенно, но он будет. Другого варианта у вас нету. Хотите вы верьте, хотите не верьте, доллару придет конец. В том виде, в котором он есть, он существовать не будет. И это банально просто, потому что это вопрос выживания всех остальных стран, кроме этой сатанинской оси. Россия сейчас столкнулась с ограничением работы таких систем, которые сформированы в западных странах. Будь то расчеты в валютах или работа депозитариев. БРИКС, как я уже сказал, вне политики, и мы решили создать собственную независимую расчетную систему. Она так и называется – трансграничная платежная инфраструктура БРИКС. Мы хотим сформировать ее на базе новых технологий, с использованием цифровых финансовых активов ЦФА, напоминаю, они сейчас у нас уже с законом введены фактически в оборот, они фактически уже начинают использоваться. И это к вопросу о том, как многие сейчас, как я уже сказал, тот же бизнес начинает находить вот эти возможности и расширяют эти способности. Также на законодательном уровне у нас очень много что принято, да, для того, чтобы это все внедрять. Чтобы можно было проводить расчеты за торговлю вне системы западной инфраструктуры. Платформа позволит пользователям проводить платежи быстрее и дешевле. Во всяком случае, у нее есть целый ряд преимуществ, которые интересны странам-участницам объединения. Помимо расчетно-платежной инфраструктуры, мы работаем над созданием депозитарной системы БРИКС, БРИКС Клир. Это вот к вопросу о том, что мы помним, санкции были против наших клиринговых центров введены, да, и Евроклир там и так далее, у нас тогда возникали проблемы, мотали наши рынки и так далее. Но заметьте, мы выжили, а эти ублюдки не выживут. Эти ублюдки не выживут. В этом вся и разница, мы стрессоустойчивы, мы, сука, можем, блядь, как говорится, с того света вернуться, а эти твари только туда отправятся. Другого варианта у них не будет. Потому что, еще раз говорю, драки не избежать, бить будем первыми. Как говорил Путин, когда начиналось СВО, и я в Телеграме сегодня об этом вспомнил, ровно так же происходит и сейчас. Драки не избежать. Поэтому лучший вариант начать ее на Ближнем Востоке, но начать непосредственно напрямую мудохать этих тварей. Потому что по-другому не получится. Они все равно в любом раскладе, я уже говорил, камень преткновения, Одесса, они все равно ее не отдадут. Они все равно тут будут пытаться за нее цепляться, как только чем возможно. А мы понимаем, что англосаксских ублюдков там быть не должно. Это наша земля, эти конченые твари должны оттуда быть выкинуты. И мы по-любому это сделаем. По-любому. Мы показали, нас уже не остановить, однозначно. А этих тварей мы остановить можем. У них нет возможности защититься от наших ударов, если что, мы их просто уничтожим полностью. И, как говорится,
самих непосредственно вооружений и видов нам более чем хватает. Об этом тоже, как говорится, даже Лавров тот же, который вроде как МИД, да, и, как говорится, пока говорит МИД, молчат пушки, даже он об этом говорил. Поэтому тут понятно, что и наши технологии уже, которые позволяют уничтожать сраные патриоты, которые просто оказались куски говна. Они, конечно, пытались нас окружить этими сраными патриотами, да? И когда Путин тогда сказал, когда он показывал мультики, и этим уродам было очень смешно, потом этим ублюдкам уже стало не до смеха. И всему миру, сука, стало не до смеха. Потому что когда выяснилось, что эти мультики оказались реальностью, и когда оказалось, что все эти сраные патриоты мы преодолеваем, они-то думали, нас окружат, и, собственно говоря, на разгонном, когда у нас разгоняется баллистическая ракета, выход, собственно говоря, для того, чтобы ударить по США, например, да, в этот момент эти сраные патриоты будут перехватывать и не давать этой ракете выйти, что называется, из шаг, да? Не получилось. Путин вышел и сказал: хорошо, ублюдки, вы, значит, решили, так сказать, не дать возможности нашим ракетам разогнаться, типа, и долететь до вас, и вы считаете, что вы стали под защитой? Нет, твари конченые. У нас теперь есть оружие, которое всю эту херь вашу пробивает нахрен. А то, что мы сейчас видим в 404-й, когда каждый день практически выносятся нахрен эти патриоты, куски говна, которые реально на самом деле ничего из себя не представляют. Израиль огреб по полной программе. Иран четко доказал, что этих ублюдков можно мочить и нужно мочить. И в принципе их никто не спасет. Этих тварей можно стереть с лица земли. Надо просто сделать это активно каждый день. Каждый день мочишь, и в принципе больше от них ничего не остается. И вот эти непосредственно земли, которые они вокруг делают непригодными для жилья, да, а именно сектор Газа, Ливан, а у себя считают, что они будут жить в безопасности. Нет, нет. Эти земли можно превратить абсолютно в нежилые. И вообще превратить Израиль в кусок просто перемолотой земли. И больше этих ублюдков там не будет. Этих сатанистов надо оттуда выкидывать, с Ближнего Востока. Это абсолютно точно. Сатанинская ось там не должна быть. Поэтому в этой ситуации военным путем нам есть чего ответить. И ситуацию с экономикой мы показали устойчивость. Мы, сука, выживаем в любых условиях. А эти гниды нет. Эти твари не стрессоустойчивые. Их можно завалить и очень быстро. Вся их система выстроена на куске говна напечатанной бумаги. Просто сраный печатный станок. Больше ничего. Там нету ничего основательного. И введи против них такое количество санкций, они бы рухнули буквально на следующий день. А мы нет. Поэтому мы теперь завалим их. Вот эта система BRICS Clear, она основывается на технологии распределенного реестра. То есть мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе. Но чье использование ограничено для России и ряда других стран. То есть это внутренняя система. Вспоминаем заявление Путина о контуре независимой финансовой системы. Третье направление – создание собственной перестраховочной компании. Тоже видим необходимость обеспечения услугами страхования наших торговых связей. Напомню, нефтяные потолки как раз делались через страховые компании англосаксских ублюдков. Британцы, гребаные твари, все это время на этом зарабатывали. И все это время контролировали весь страховочный бизнес, например, тех же, как говорится, кораблей, которые идут по переводят морские грузы. Поэтому это надо тоже делать альтернативу. И смотрите, что происходит. Во-первых, этих ублюдков конченых мы выкидываем с рынка. Потому что в реальности мы постепенно начинаем отжимать их бизнес. Если до этого конкурентов не было, то теперь конкуренты будут. Притом конкуренты такие, что твари с нами ничего сделать не смогут. А мы их можем зажать. И серьезно. Потому что их экономики сраные куски дерьма и абсолютно мизерные. По сравнению со странами большинства. Которые на самом деле и являются мировым большинством. А вся эта фуфла, непосредственно сатанинская, западная, она мизер по сравнению с мировым сообществом. И этих тварей, естественно, мы просто вытесним. Даже просто элементарно конкуренцией.
потому что мы будем конкурентами им. И при этом они на эти структуры не могут влиять. И это очень важно. И это делается. Поэтому никаких сраных нефтяных потолков потом, естественно, уже построить не получится. А самое главное, что эти ублюдки уже пришли к пределу. Они больше ничего против нас вести не могут. Ничего. Дальше только физическое взаимоуничтожение. Но опять же, мы этих ублюдков вынесем быстрее. И наши боеприпасы на порядок мощнее, чтобы их стереть нахрен вообще. А жить эти ублюдки конченые очень хотят. Очень хотят жить. Но вот мы будем решать, будут они жить или нет. Этот вопрос еще актуален. А, вот. Тоже видим необходимость обеспечения услугами страхования наших торговых связей, чтобы у нас была собственная мощная система страхования грузов, товаров и услуг вне зависимости от каких-либо политических ограничений. Ранее были разговоры о создании единой валюты БРИКС. Этот вопрос еще актуален. Вот это к вопросу о том, будет ли сама валюта. Сейчас мы не рассматриваем создание какой-либо единой валюты. Вот это важно. То есть, еще раз говорю, конкретно единой какой-то валюты пока создаваться не будет. Но это не говорит о том, что дедолларизация не идет, и то, что не будет создана сама система. А валюта, как мы уже говорили, будет создаваться, когда возникнет паритет экономик тех стран, которые будут непосредственно находиться в рамках эмитентов. Мы говорим именно о создании альтернативной финансово-расчетной платежной системы, где бы использовались национальные валюты, а это к вопросу, господа, если у вас используется ваша национальная валюта, то, как вы понимаете, спрос на вашу валюту, в отличие от ублюдского доллара, да, ублюдский доллар же, он создает искусственный спрос, да, и все вынуждены были идти и покупать доллар против собственных валют. То есть, хочешь купить нефть, иди покупай доллар, тем самым ты его укрепляешь, тем самым ты фактически его создаешь, ему искусственный спрос, а свою валюту продаешь, тем самым, соответственно, ее ослабляешь. И вот так эти ублюдки жили все это время. Но как только эти твари конченые получат эту систему в противовес, спрос на доллар упадет, а на ваши валюты, те, кто, как говорится, находится в БРИКС, спрос будет расти. И, соответственно, поддерживать национальные валюты, национальные экономики. Вот почему это так важно. Еще раз говорю, этих сатанистов, ублюдков мы завалим по-любому. По-любому, нас больше, мы сильнее. А эти гниды конченые вместе с израильскими ублюдками встанут в итоге на место. Сейчас мы не рассматриваем создание какой-либо единой валюты, мы говорим именно о создании альтернативы финансово-расчетно-платежной системы. Где бы использовались национальные валюты, ЦФА и цифровые валюты стран нашего объединения? Это вот к вопросу криптовалют. Кстати, многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты. Но вопрос их стыковки и расчетов – это как раз наша задача. То есть объединить все это в систему. Как вы оцениваете общие перспективы развития объединения БРИКС? Я вам, господа, это не просто так считаю. Я вам сказал только что. Вот кто умный, кто слышал, это влияет на валюты. На валюты, на курс рубля. И, соответственно, когда БРИКС пройдет, и когда будут все эти системы запущены, ситуация с курсом будет меняться, как он будет определяться и так далее. Мы видим, что доля стран БРИКС в мировой экономике увеличивается. И по объему ВВП наше сообщество уже опережает большую семерку. Большая семерка – это шестерка ублюдских Ротшильдов Рокфеллеров. С учетом текущей динамики развития, можно утверждать, что в дальнейшем объединение продолжит наращивать свою долю в мировой экономике, причем даже независимо от того, будут к ним присоединяться новые члены или нет. В целом мы сейчас стараемся минимизировать влияние нефтяных цен на бюджет. Могу сказать, что общая доля денежных поступлений от продажи нефти и газа в доходах казны снижается, и это очевидно. Это даже, вот, я думаю, он, наверное, не это имел в виду, да? Но на самом деле мы понимаем, что это и связано и с падением цен на нефть, и в том числе с проблемами с транзакциями и так далее. Ну и, конечно, мы постепенно все-таки начинаем выходить на собственное производство многих товаров, технологий, особенно атомных и так далее. Поэтому понятно, что доходы казны у нас начинают увеличиться, потому что, господа, мы вышли, сука, из 90-х, 2000-х, где была либерисня.
и которая нам рассказывала, блядь, что нам нахуй ничего не надо, свои компьютеры создавать нам не надо, машины свои строить не надо, потому что у нас все херня, нахрена, когда можно пойти и все купить. Но эти конченые ублюдки, либерасты, они же тогда прикидывались охрененными патриотами сраными, а по факту учились во всех этих высших школах экономики и так далее, где руководили и где в принципе все это полностью, как говорится, финансировалось, USAID, непосредственно ублюдскими сатанистами США, которые, естественно, готовили под себя вот этих марионеток. И они нам тогда не рассказывали, эти ублюдки, что нам потом никто ничего нахрен продавать не будет. Что если у нас своего-то не будет, и ты захочешь купить, ты потом, сука, хуй купишь, потому что, в принципе, тебе ничего не продадут. И это будет называться санкции. Это ли Любеснянам гребаное тогда? Об этом не рассказывала. Но зато рассказывал, как нам надо жить, и как, собственно говоря, продавать страну и собственную задницу. Вот, собственно говоря, тогда у нас и была сырьевая игла. Потому что мы можем? Да мы ничего не можем. Нам надо только пойти, блядь, и купить что-нибудь импортное. А те ублюдки покупали у нас дешевейшее сырье, потому что фактически колонизировали нас после холодной войны и когда, собственно говоря, развалился СССР. Да делали добавочную стоимость и продавали нам втридорога. А мы были рынком сбыта одновременно и обслуживания их интересов. Вот что было в 90-х, 2000-х, и за что боролись гребаные либерасты, которые потом, еще раз говорю, приходят там в комментариях и что-то пытаются срать. Еще раз говорю, вы ублюдки, лучше даже не пишите здесь. Потому что, еще раз говорю, мы-то знаем, как это все происходило. И вот эту лапшу для подростков, которые тиктокеры с ограниченным мозгом, и у которых клиповое мышление, здесь не будет. Здесь люди, у которых мозги работают, помнят историю, помнят, как все происходило, помнят танки на Красной площади и, как говорится, расстрел Белого дома. Все мы помним. И помним, кто к этому привел. Кто был конченый ублюдок, пятибанкирщина и прочее. Все это мы помним. Так что не надо нам рассказывать, как нам было жить. И сейчас, которые сидят, затаились, и ждут, когда Россия, типа, проиграет, эти ублюдки думают, надеются, что Россия проиграет, и они опять сядут на финансовые потоки, продадут свою задницу и сдадут страну. Все это мы тоже знаем. Так вот, общая доля денежных поступлений от продажи нефти и газа в доходах казны снижается. Если еще несколько лет назад этот показатель составлял 35-40%, то в 25-м он должен снизиться до 27%, а в 27-м до 23%. То есть мы идем к тому, чтобы доля волатильности, волатильных доходов сокращались, и зависимость России от нефти и газа снижалась за счет роста доходов от внутренней экономики, что немаловажно. Поэтому еще раз говорю, надо свое, сука, производить. И похрену там Добрыня, не Добрыня, какой он там будет. Надо производить свое, потому что показала практика, да, что вам просто никто нахрен ничего не продаст, если захочет, а рассказывать вам будут перед этим, что прям все границы открыты, все готовы, все давайте дружить и так далее. Все это мы проходили. Мы помним даже, как во время пандемии потом это тоже было, когда просто Китай закрывал свои рынки, не давал никому ничего даже, в принципе, вывозить, потому что, мы помним, проблемы были с цепочками поставок и так далее, и все сели на жопу и поняли, что, оказывается, надо иметь свое, и страны стали закрываться. Все это проходили. Только тогда, вот еще тогда, когда СССР развалился, надо было об этом помнить. Именно за счет независимости того, что было, свое сельское хозяйство, свое производство, своя наука, ни одна гнида нам на самом деле ничего сделать не могла. Ни одна, развалили страну изнутри. Ублюдки, предатели. Вот это надо четко помнить. Либерастные твари, которые тогда начали появляться. Ожидается ли пополнение ФНБ в следующем году? Да, мы ожидаем пополнение фонда. Если говорить в рублях, это будет 1,6 триллион. Причем пополнение ожидается на протяжении всей следующей трехлетки, поскольку, по нашим оценкам, стоимость барреля нефти будет выше $60. Смотрите, ожидают
выше 60 долларов. Посмотрим, как будет складываться ситуация, от этого и будет зависеть динамика пополнения ФНБ. Будет ли новый трехлетний бюджет оставаться социально ориентированным? Я могу сказать, что все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме. Это нас не особо интересует, конечно, но мы понимаем, что это, естественно, как говорится, нагрузка на бюджет, которая, естественно, тоже надо где-то брать деньги, мы помним, он дефицитный. Это к вопросу эмиссии рубля. У нас предусмотрено повышение зарплат бюджетников, дополнительное финансирование здравоохранения, образования, то есть все те программы, задачи, которые стояли перед нашей страной и были поставлены президенту, реализуются в полной мере. Хотел бы отметить, что на следующие трехлетние одним из приоритетов стал технологическое развитие. В условиях определенных ограничений с точки зрения импорта продукции и доступа к иностранным технологиям мы инвестируем в собственное производство, что и требовалось доказать, либерасты гребаные, которые нам рассказывали, что этого делать не надо. Речь идет о микроэлектронике, между прочим, тот же город Зеленоград, чистый был город электроники в свое время полностью. Это была такая американская альтернатива Силиконовой долине. Но потом, благодаря либерисне, которая распродала нахрен всю страну, разворовала, все это позакрывалось, все предприятия останавливались, все это лично знаю. В станках об авиастроении, о беспилотниках и так далее. Это все новые сферы, в которые на протяжении следующих трех лет мы будем инвестировать большие государственные ресурсы вместе с частным бизнесом. Конечно, основной источник финансирования – это частные инвестиции, но и государство здесь поможет. Поскольку без нашего участия будет сложнее добиться такого импульса и тех быстрых результатов, которые нам необходимы, поэтому социальные обязательства и связанные с ним вопросы в полном объеме обеспечены финансированием, что предусмотрено законодательством. И основной упор делается именно на решение задач для обеспечения технологического суверенитета и нашего технологического лидерства. Но это, господа, не самое главное. С этого года в России заработала программа долгосрочных сбережений, насколько она сегодня востребована среди граждан. Мы видим, что те инструментарии, которые мы предложили, а здесь и налоговые преференции, и софинансирование со стороны государства, и объемы гарантий системы долгосрочных сбережений сыграли свою роль. На сегодняшний день в рамках программы люди уже вложили около 80 миллиардов рублей. А, кстати, один из таких ублюдков, между прочим, и в свое время ко мне обращались за этим вопросом, вот этих вот либереснёвых-то, да, высшей школы экономики, тот же грёбаный Липсиц, вот этот клоун тоже вонючий, который тоже, собственно говоря, показывает там свои типа знания экономические и как продавать страну. Так что инициативы становятся популярны, и мы стараемся доносить до наших людей эффект от ее реализации. И запомните, этот ублюдок, когда он дает какие-то там прогнозы, где-то выступает конченая тварь, у него задача одна – показать, как плохо в России живется, как плохая ситуация с политикой России, какое плохое правительство, какие непосредственно плохие там Центробанк и прочее. А вот это мурло типа знает, как должно быть, и, соответственно, надо просто продать страну. Вот запомните это раз и навсегда. Все его прогнозы, вся вот эта шляпа, которую он там вещает, она вся либереснёвая и вся чисто на повестке, исключительно. Там вся эта повестка замаскирована под экономические данные, под экономическую повестку. А в реальности там только одно – сдать страну. Так что инициатива становится популярной, и мы стараемся доносить до наших людей эффект от ее реализации. Для граждан это хороший и надежный источник сбережений. Ну, собственно говоря, и цифры говорят сами за себя. Количество людей, участвующих в этой программе, растет. Но, господа, не это нас интересует, а вот что. Подобрались. В августе Владимир Путин подписал пакет законов о регулировании рынка криптовалют. Нововведения предусматривают, в частности, легализацию майнинга в стране. Как вы оцениваете возможные доходы бюджета от этой отрасли в обозримой перспективе? Вы знаете, мы не рассчитываем на какие-то существенные доходы. У нас есть договоренность с парламентариями уже этой осенью принять законодательное решение о налогообложении майнинга. После чего доходы действительно будут, но дело не в этом. Суть в том, что результат майнинга – это криптовалюта. А она, согласно новому закону, теперь может быть средством платежа в торговле с нашими зарубежными партнерами. Также мы приняли решение о возможности использовать ЦФА, в том числе иностранные, для расчетов за импорт и экспорт. Поэтому важно не только сколько денег поступит в бюджет от майнинга, а то, что полученная в результате криптовалюта законодательно стала основанием для взаиморасчетов за товары и услуги в нашем внешнем контуре. Вот в этом и есть новация данного законодательства. То есть вы понимаете, господа, еще раз говорю, все эти законы принимаются только для одного. Создать независимую финансовую систему. И все это путь
только туда. Как вы оцениваете перспективы мировой экономики на ближайшие 10 лет? Сохранится ли доминирование доллара? И вот теперь внимательно. Не будем загадывать, что произойдет через 10 лет, но что мы видим сейчас? Политика стран, которые имитируют так называемые резервные валюты, в том числе доллар, конечно, вызывает у нас много вопросов. У них растут дефициты бюджетов, увеличивается госдолг. У США, например, он уже составляет около 120% от ВВП. Это, я говорю, страна-банкрот, бомж реальный. Реальный бомж, который не может это все, в принципе, выплатить. И в реальности живет в долг, пожизненный. Все это делается без каких-либо ограничений, о чем я и говорил. И мы с нашими коллегами по двадцатке задаемся вопросом, а какие перспективы у этих стран? Они идут на увеличение долговой нагрузки, имитируют свои валюты, тогда как многие государства хранят свои резервы в этих валютах. Какая судьба их ждет дальше? Идет эмиссия, растут дефициты бюджета. Вот он, господа, простаночек-то, вот конкретно. Силуанов об этом тоже говорит. Идет эмиссия, растут дефициты бюджета. Притом, смотрите, вот мы тоже сейчас занимаемся эмиссией, да? Но у нас безвыходность. У нас безвыходность. Наши деньги просто своровали. Просто своровали. Где вы их будете брать? Тем более, если у вас там еще санкции на все транзакции, закрыты все счета, не дают возможности нигде, как говорится, получать эти деньги. Заем капитала у нас тоже не может быть, потому что мы знаем, мы везде, как говорится, были отрезаны. У нас вариантов нет. Мы выживаем за счет этого. А эти ублюдки конченые всю жизнь так жили. И всю жизнь так живут на напечатанной бумаге. Растут дефициты бюджета, вся эта неустойчивость и отсутствие какой-либо внятной перспективы, вот что нас сегодня беспокоит. Думаю, доллар, как таковой, конечно, останется как расчетная единица, что и требовалось доказать. Просто сраная бумажка, она будет. Другое дело, какие будут у них возможности. Ближайшие годы абсолютно однозначно, но вопросы, требования к денежным властям с Запада должны быть более четко сформулированы. И такие денежные власти должны придерживаться этих требований. Поскольку что это за резервные валюты или расчетные единицы, судьба которых, как мы видим, неоднозначна. Поэтому нам, конечно, хотелось бы задать больше четкости и ответов на задаваемые нами вопросы. Какие у нас есть механизмы для снижения зависимости от доллара? Стоит ли ожидать, что мы будем и дальше переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, в том числе в рамках БРИКС? Абсолютно. Мы видим, что доля доллара в расчетах внутри стран БРИКС снижается и увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Наше предложение о том, чтобы использовать и новые технологии, и цифровые финансовые активы, я думаю, это будет перспективно. Как быстро это будет реализовано, вопрос уже наших договоренностей и наших действий. Что, господа, и требовалось доказать. Еще раз говорю, процесс идет, набирает ход максимально. Ситуация с ценами на золото четко показывает, что из себя представляет кусок зеленой бумаги, напечатанный. Ничего. Золото только дорожает, этот кусок говна только дешевеет. И в реальности мы видим, что он уже и укрепляется всегда на уже гораздо меньшее значение, чем это было когда-то. Доллар больше не поддерживается. Это надо четко понимать. И я вам об этом говорил постоянно. Процесс этот, естественно, не сразу, не быстро, но он идет. Он идет, и он не будет останавливаться. Американцы, между прочим, тоже это убеждаются. И я вам сейчас это тоже покажу. Просто... Сейчас, чтобы мы не пропустили еще важной информации. Так, здесь не было. Все. Смотрите. Во-первых, смотрите. По поводу геополитики, как вы понимаете, и поняли, что это все взаимосвязано. Разведка США не зафиксировала изменений в ядерной доктрине Ирана. Хаменеи не принял решение о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, заявил официальный представитель аппарата директора национальной разведки США в комментарии ублюдкам Reuters. Да? Reuters — это кусок говна, запомните. Кусок говна. Британская сраная инфо-СМИ с инфопомойкой и инфовбросами. Глава МИД Ирана и наследный принц Саудовской Аравии обсудили агрессию Израиля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арчаги
обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом агрессию Израиля в регионе и двусторонние вопросы. Притом, обратите внимание, МИД Ирана встречался с Саудовской Аравией, а сегодня президент Ирана встречается с нашим президентом. Чувствуете, как идет сверка часов? По информации МИД Ирана, Аркчи встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках официального визита в Эр-Рияд. Во время встречи саудовский принц выразил глубокую озабоченность эскалацией кризиса в регионе и распространением войны, подчеркнув, что все страны региона должны уделять особое внимание сохранению региональной стабильности и безопасности. Бин Салман также выразил удовлетворение выполнением соглашений, достигнутых между Ираном и Саудовской Аравией в прошлом году, отметив положительное развитие двусторонних отношений. Королевство Саудовской Аравии твердо намерено продолжать этот процесс двусторонних отношений, добавил он. Страны Персидского залива пытаются предотвратить бомбардировки нефтяных объектов Ирана. Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, призывают Вашингтон остановить ублюдков из Израиля от атак на нефтяные объекты Ирана. Они опасаются, что Иран может нанести ответный удар по нефтяным объектам стран Персидского залива, что поставит под угрозу их экономическую стабильность и безопасность. Эти страны отказали Израилю в использовании своего воздушного пространства для проведения любых военных операций против Ирана. Три источника из стран Персидского залива заявили, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Оманом и Бахрейном крайне заинтересованы в деэскалации ситуации. По словам трех источников из стран Персидского залива, израильский удар по нефтяной инфраструктуре Ирана будет иметь глобальные последствия, особенно для Китая, главного потребителя нефти Ирана. Если удар попадут, например, нефтяные объекты в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, мир может столкнуться с проблемой поставки нефти. Что и требовалось доказать. По Ашкелоне перехвачен барражирующий боеприпас, запущенный из Ирака. Ирак херачит. В результате последнего пуска по Кирьяту и Ако было выпущено более 20 ракет. Хизбалла красавчики, валят конкретно этих ублюдков. А теперь смотрите, двуличие и лицемерие западной пропаганды, это к вопросу инфопомоек, инфоговна, инфосми, по отношению к мусульманам сравниваем публикации о Ливане и Украине. Вот смотрите, пожалуйста. Как подается инфоговно? Вашингтон-Пост, кусок дерьма, вонючая помойка. Российский ракетный удар убивает 37 человек в Украине, в том числе в детской больнице. Это пишут эти ублюдки. А теперь смотрите, как они подают информацию про гребаных сатанистов, сионистов, израильтян. Израиль начинает точечные операции в Ливане. Призывает мирных жителей покинуть территорию. Это вот эти конченые ублюдки, которые просто стирают все с лица земли. Украина предупреждает, что Россия готовится к масштабной наземной операции этой зимой. Что пишут эти ублюдки про Израиль? Израиль начал ограниченную наземную операцию в Южном Ливане. Еще раз говорю, это жидо-масонское лобби. Оно работает всюду. Все СМИ подконтрольны. Вторжение в Украину, как Россия атаковала и что будет дальше. Израиль отправляет войска в Южный Ливан. Россия наносит самый крупный авиаудар по Украине с начала полномасштабного вторжения. Израильские войска начали наземную операцию в Южном Ливане. Вот что мы знаем. CNN гребаная. И так далее. Да? Еще раз говорю, инфопомойки, инфоговно, подконтрольное жидомасонскому лобби. Ротшильда Рокфеллерское отродье. И запомните это раз и навсегда. Поэтому работать с их заголовками надо сразу и на непосредственном постоянном контроле держать первоисточники. Потому что это все инфоговно, за него никто не отвечает. Это абсолютное манипулирование общественным сознанием. Теперь смотрите дальше. Что еще бы я хотел показать? Ну, во-первых, вот к вопросу Венгрии. Для Венгрии транзит газа через Украину не имеет никакого значения. Венгрия не беспокоится по этому поводу, так как страну может обеспечить газом турецкий поток. А мы помним, что там увеличились объемы. И смотрите еще. Ну, вот к вопросу о том, как действуют это ротшильд-рокфеллерские ублюдки. ЕС и США обкладывают санкциями Грузию. Мы помним. А Россия открывает дверь.
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии, въезжающих в Россию в целях трудовой деятельности, либо на срок более 90 дней, да, и так далее. Теперь смотрите дальше. Вот эти процессы тоже очень важные. Сегодня в ходе атак, при том написано, смотрите, никакие колонны ВСУ не бегут из Курской области, но там процесс пошел. Наши бойцы в тяжелых боях отбрасывают противника, натовских ублюдков и, собственно говоря, нацистов, фашистов, ВСУшников. А они там, между прочим, пытаются еще усилиться. Не стоит на их ратном труде хайповать, не владея реальной обстановкой. Сегодня в ходе атак противник бежал с позиций и практически потерял контроль над 4 населенными пунктами. Там идет полное вытеснение с Курской области. Но никаких колонн, бегущих с умом, не было и нет. То есть надо понимать, что информацию даже, как говорится, наших патриотичных всяких изданий надо тоже проверять. Наоборот, враг пытается ввести в бой резервы, чтобы не потерять все достижения во вторжение в Курскую область. Как я уже сказал, это ускоряет процесс прямого столкновения с НАТО. Вот он, Владимир Путин прибыл в Туркменистан. И вот, кроме того, российский лидер встретится со своим коллегой из Ирана Масудом Пазишкяном. И после этого мы, естественно, с ним и встретились. Как я уже сказал, сверка часов идет. Как раз перед тем, как, собственно говоря, может быть нанесен удар. В Ливан, кстати, смотрите. Вчера прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76МД с неизвестным грузом. Еще раз говорю, возможные FPV-дроны. Источники, знакомые с деятельностью Хизбаллы, сообщили Reuters, опять же инфопомойка, что организация готовится к долгой изнурительной войне на юге Ливана с новым военным командованием, которое будет руководить ракетными обстрелами и боевыми действиями на местах. Хизбалла утверждает, мы еще не использовали тяжелые и высокоточные ракеты. И смотрите, во-первых, взрывы происходят во многих частях Израиля, и дай бог так и будет. Значит, смотрите, Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пазишкяном. Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер, и они развиваются очень успешно. В этом году мы наблюдаем рост товарооборота. Правда, он не отыграл определенного падения прошлого года, но тенденция хорошая, заявил президент России. Иран стал полноценным участником ШОКС и БРИКС. Как вы понимаете, это уже вопрос блоковости. Масуда Пазишкян ждут в Казани на саммите БРИКС. Запланирована двухсторонняя встреча лидеров. И Путин пригласил президента Ирана посетить Россию с официальным визитом. Масуд Пазишкян принял приглашение. А еще было объявлено, господа, что там будет подписано окончательное вот это вот общее, как говорится, всеобъемлющая поддержка и сотрудничество, и в том числе военное, с Ираном. И как вы понимаете, в преддверии вот того, что израильские ублюдки пытаются там куда-то рыпнуться, это будет серьезный сигнал для всех ублюдков. Смотрите еще, вот смотрите, как развивается управляемый хаос по всему миру. КНДР приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. В МИД Северной Кореи уточнили, что КНДР делает последнее предупреждение Южной Кореи, и требует прекратить полеты беспилотников. А теперь смотрите, что конкретно про Хизбаллу. То есть, понимаете, да, зажигается повсюду. Это и есть управляемый хаос. Притом вы можете им то разжигать, то типа тушить. Тушить как? Всяким инфоговном, рассказывая про переговоры и прочую херню. Хизбалла готовится к длительной войне на истощение на юге Ливана с новым военным командованием. Новые лидеры были избраны через 72 часа. После убийства Насраллы и руководят боевыми действиями. Группировка, несмотря на гибель большинства своих командиров, эти ублюдки орали, что мы обезглавили их, там 5-10, планирует продолжать ракетные обстрелы Израиля, и дай бог, работайте, братья, и наземные бои с Сахал, которая вошла в Ливаном. Также в Хизбалле говорят, что еще не использовали тяжелые высокоточные ракеты. И в целом имеют еще большой запас оружия, Ил-76 вчера прибыл. И я надеюсь, их оружие пополнилось максимально. Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана в прошлый понедельник. И вот теперь внимательно, господа, даже вот эта инфопомойка сраная сообщает важный момент. Но до сих пор ни одна из сторон не сообщила о серьезном продвижении Цахал вглубь Ливана. Потому что эти гребаные ушаны там огребают по полной программе. Потому что израильские ублюдки — это не воины. Это тиктокеры сраные, инстаграмеры сраные, но не воины.
они только могут сниматься, блядь, на видео и, собственно говоря, получая американское оружие, бомбить просто гражданское население, воевать они не умеют и дохнуть, как крысы. И будут дохнуть дальше. И вот вопрос, как только там появятся, если пидроны, вот тогда этим тварям придет окончательный конец. Потому что там они метр на метр не продвинутся. Их просто мочить будут там. И трупы с гробами будут ехать обратно в Израиль ежедневно, ежечасно. Что я им, в принципе, и желаю. Потому что, еще раз говорю, это сатанинская ось. Эти нацисты, фашисты. Потому что если ты богоизбранный, значит, твоя раса превосходит всех остальных наций, да? Они так считают. Они не просто это даже скрывают, они в открытую об этом говорят. Значит, ты нацист и фашист. И твое, как говорится, назначение только потом на тот свет. Потому что такие нацисты и фашисты нам в этом мире не нужны. И смотрите, миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на юге Ливана заявила, что двое ее сотрудников были ранены в пятницу в результате взрывов возле штабов квартиры в Накуре, вину за который возложили на кого, как вы думаете? На израильские силы, на этих ублюдков. Один был доставлен в больницу, это второй подобный инцидент с участием миротворцев ООН за последние два дня. Армия ублюдков Израиля заявила, что миротворцы были непреднамеренно ранены во время боя против Хезболлы. Ну, конечно же, они же вообще ни в чем не виноваты. Они там все время вызывают гребаную озабоченность. Они там все время рассказывают про то, что будут разбираться эти конченые гандоны, эти твари вонючие. Они заслужат только одного, чтобы сдохли. Потому что, еще раз говорю, никакого там, блядь, соблюдение мирового права, никаких там попыток, как говорится, разобраться, найти виновных, ничего этого не происходит. Там ублюдские сионисты-сатанисты уничтожают все, что видят. А эти гребаные твари умеют только воевать с теми, кто не оказывает сопротивления. Он не оказывает сопротивления, они могут по ним стрелять. Гражданские не оказывают сопротивления, по ним могут стрелять. На самом деле эти ублюдки подыхали просто пачками на 404-й. Они попытались туда сунуться. И тут же поняли, что они сраные тиктокеры сдохли, даже не выйдя из гостиницы. Ракета прилетела и нахрен их похоронила. И после этого эти ублюдки не захотели больше там появляться. Если появлялись, то какие-то единицы также подыхали. Потому что, сейчас говорю, воины из них, как из говна палка, блядь. Цахал выражает глубокую озабоченность и проводит тщательную проверку на самых высоких уровнях командования до определения деталей. Министерство иностранных дел Франции, вдруг неожиданно, вызвало израильского ублюдка-посла и заявило, что власти страны должны объясниться. Обстрел миротворцев ООН неприемлем, заявило правительство Германии. А в четверг двое миротворцев получили легкие ранения. А знаете когда? Когда израильский ублюдский танк, вот этот сраный кусок говна Меркава, который горит даже от РПГ, вот этот кусок гонченого просто железа, который реально на самом деле никакой не лучший танк, а кусок говнища, открыл огонь по наблюдательному пункту ООН. Это вызвало критику со стороны Ирландии и Италии, в которых есть миротворцы из миссии ООН. Критику! Да их мочить надо, этих ублюдков, а не критику. Этих тварей, еще раз говорю, они уже охреневшие. Они настолько возобнили о себе, что они реально богоизбранные, и думают, что их ублюдское США будет все время прикрывать, а США не огребет, и Израиль после этого не огребет. Они настолько в этом уверовали, что делают просто беспредел реальный. Сатанинский беспредел. Миротворческая миссия ООН в Ливане, действующая на протяжении десятилетий, задействовано около 10 тысяч сотрудников примерно из 50 стран. В Ливане спикер парламента Набих Бери, ключевой союзник Хезболлы, заявил, что Франция и Великобритания пытаются достичь соглашения о прекращении огня между группировкой и Израилем. Но по его словам, отказ США остается препятствием. Это к вопросу о том, как американские ублюдки нигде там не участвуют. Как вот эти американские ублюдки на самом деле не являются стороной конфликта.
как эти американские ублюдки что-то там реально ведут, какие-то переговоры. Все это кусок говна, инфоговна, которые вечно все время врут. Это лжецы конченые, поэтому еще раз говорю, никаких переговоров с этими ублюдками, их только уничтожать, другого варианта нет. Отказ США остается препятствием. Вот и все. Все, что нужно знать. Американские ублюдки и являются инициаторами всех этих боевых действий вместе с Израилем. А вот теперь смотрите. Американские ублюдки сами оценивают БРИКС. Россия предлагает внести изменения в трансграничные платежи, осуществляемые между странами БРИКС, чтобы обойти глобальную финансовую систему. Страна, подвергшаяся жестким санкциям, это же американцы пишут, стремится защитить свою экономику от санкций. Согласно отчету, подготовленному Министерством финансов России и Банком России и московской консалтинговой компании «Яков и партнерцы», альтернативы включают в себя развитие сети коммерческих банков, которые могут проводить такие операции в местных валютах, а также установление прямых связей между центральными банками. Мультивалютная система должна будет защищать своих участников от любого внешнего давления, такого как экстраторриториальные санкции, говорится в докладе, в котором также утверждается, что интересы США не всегда совпадают с интересами других участников глобальной финансовой сети. План также предусматривает создание центров для взаимной торговли такими товарами, как нефть, природный газ, зерно и золото. А вы понимаете, это самый основной костяк. То, что определяет дальнейшие цены в принципе на все. То есть это продукты питания и энергетика и золото. Среди предложений России предлагают использовать технологию распределенных реестров, DLT. Или новую многонациональную платформу, позволяющую осуществлять расчеты токенами. Ключевым преимуществом использования модели расчетов DLT является устранение кредитного риска, сопутствующую традиционной банковской системе, говорится в отчете. Подробнее, что нужно знать о БРИКС, который теперь увеличился вдвое, краткое описание. Теперь смотрите, DLT также может сократить время обработки и затраты, поскольку будут отсутствовать корреспондентские организации и проверки соответствия, что сэкономит странам БРИКС до 15 миллиардов долларов ежегодно. Если половина всех трансграничных переводов будет осуществляться с использованием таких транзакций, утверждают авторы отчета. Вот что, господа, и требовалось доказать. Все, больше в принципе, нас ничего не интересует. Я вам про что и говорил. Система идет, система готовится, в ближайшее время начнет функционировать на полную мощность. Так что долларовая система постепенно будет загибаться. Еще раз говорю, доллар не пропадет. Вы на эту бумажку еще подрочить сможете. Кто, как говорится, постоянно там звездно-полосатый целует и орет «Боже, храни Америку». Но ее возможности и сила будет падать с каждым годом. Все слабее, слабее и слабее. И как вы понимаете, это закат окончательно будет американской экономики. Потому что без печатной бумаги американской экономики не существует. Это пузырь дутой напечатанной бумаги. Именно поэтому, господа, нам и не избежать Третьей мировой в горячей фазе. Потому что за эту бумажку эти ублюдки будут биться до конца. Без нее их нет. Первые процессы, которые сейчас начнутся, это, конечно, что будет с ударом Ирана и Израиля. У нас подходят выходные, и, как вы понимаете, сейчас может закончиться торговая сессия, и если израильские ублюдки до сих пор не поняли, что они не богоизбранные, и попытаются показать, что они могут заходить за любые линии там и так далее, да, несмотря на то, что мы видим, сколько сделано предупреждений и так далее, то, как мы понимаем, это за выходные может резко поднять цены на нефть, а дальше, соответственно, действия Ирана. Еще раз говорю, Пзишкиан с Путиным сегодня все обсуждают. Вчера уже были доставлены дополнительные С-400, еще неизвестно, чего еще было доставлено, РЭБы там уже наши стоят, мы Иран прикрываем по полной программе.
А то, что мы его можем прикрыть, это, как говорится, в 404-й было доказано. Там, где стоят наши ПВО, там муха не пролетает. Только вот из-за, как говорится, величины территории, и когда, как говорится, там спутником проводят там максимально, постоянно контролируя какой-нибудь там беспилотник, тогда да, достать могут. Но опять же, еще раз говорю, где нет ПВО? Где ПВО стоит и максимально защищает эти объекты, это становится крайне проблематично. И наше ПВО – это не израильский кусок говна. Это не железный купол. Да? Там все-таки у нас гораздо эффективность выше. Мы это доказали уже неоднократно. А израильский кусок говна можно уничтожить, как мы видели, даже прямую. Уже Хезболла уничтожил несколько этих странных куполов и так далее. Поэтому все эти пращи Давида, вся вот эта хрень их там культистская, да, вся она, естественно, как показала практика, преодолима и уничтожима. Так что, в принципе, остается нам ждать выходных. Как я уже сказал по прогнозу, здесь все понятно и очевидно, что будет сейчас зависеть от тех событий, которые будут происходить. В целом, коррекция до 95 еще возможна, но я говорю, все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Но потом основной базовый сценарий на ослабление рубля продолжится, и девальвация рубля продолжится. Особенно надо будет, конечно, увидеть нам еженедельные значения по эмиссии рубля. Они пока вот, наконец, октябрь. Ну вот, господа, что и требовалось доказать, эмиссия растет. С 18300 она выросла на 348 уже в октябре. Что и требовалось доказать. Поэтому мы и видим девальвацию рубля продолжение. Поэтому и с большой вероятностью он и дальше также будет продолжать ослабляться. Вот после этой коррекции. По юаню у нас получается, в итоге, юань у нас опустился на 13.50. Чуть-чуть не дошел до 50, 13.55. Официальный, как я уже говорил, на 13.47. То есть он даже прошел ниже 13.50. А это говорит о том, что, в принципе, вот здесь уже эта коррекция может и закончиться. Я не думаю, что еще пойдем мы на 13.40. И вот отсюда уже начнется разворот. И 60, и 80, и в район там 14, да? Но опять же, на этой неделе, то есть вот буквально, как говорится, сейчас вот это закончится, и на следующей, которая новая, здесь вероятность уже ослабления может быть, но тут все будет зависеть от того, как еще будут развиваться события в ирано-израильском конфликте. И, конечно же, удары по российской территории. Просто надо понимать, что все эти факторы, дополнительное ослабление рубля, да, а укрепление, как мы понимаем, возникает только в одном случае. Если начинает дорожать юань. Вот если он начинает дорожать, вот тогда у нас начинается укрепление. Потому что здесь начинается распродажа со стороны ЦБ Минфина. А это, как мы понимаем, также будет зависеть от динамики доллара. Если доллар начнет слабеть, а мы видим, что он, скорее всего, слабеть не будет, а значит, соответственно, юань будет, если и, как говорится, дорожать, то достаточно условно в небольшом диапазоне. Потому что либо там на заявлениях со стороны Китая это будет происходить, потому что сам доллар, да, он остается укрепленным. А раз он укрепленный, значит, он, в принципе, снижаться не будет, и значит, сильного ослабления по юаню тоже не будет. А если наоборот, естественно, еще доллар начнет расти, то, естественно, начнется еще большее тогда ослабление юаня к доллару. И тогда может увеличиваться эти распродажи. Поэтому тут зависит от того, как доллар будет реагировать на данные события и, соответственно, какие события будут. Так что здесь уже остается, господа, нам только перейти в режим ожидания. По доллару, еще раз говорю, 95 ожидаю, если будет еще дальнейшее укрепление. Дальше, соответственно, разворот. И тут надо будет уже смотреть, как только мы пробьем обратно там 96, да, тогда, соответственно, пойдем дальше на ослабление. Если этого не будет, то могут и в диапазоне гонять, если будут продажи, да, если, например, юань будет все время падать, не падать, а наоборот, расти непосредственно к доллару, да, тогда, соответственно, будут распродавать. А если юань начнет падать, то тогда, соответственно, начнут покупать, и это будет, естественно, девальвировать. Поэтому здесь пока диапазон до этого момента от 95
до примерно 96 пока. А дальше, как только этот 96 будет пробит, то мы, естественно, идем на 100 постепенно. Не обязательно прям сразу, какое-то время можем даже походить в консолидации, вспоминаем вот эти все дни, как это было. Вот. И дальше, соответственно, уже на ослабление. Но события ударов по России, удары Израиля по Ирану, заявление Ирана там и так далее, да, это все может ускорить процесс опять на ослабление. По юаню, соответственно, как я уже сказал, обратный возврат 13.60-13.80 и с большой вероятностью, скорее всего, не ниже 13.50, да, если будет дальнейшее укрепление. И евро к рублю, как я уже говорил, не ниже там 103, и пока, соответственно, где-то в районе 107, дальше там смотрим пробой, и вот этот 110, это в перспективе. Пока к этому тоже пока причин явных нет, тут надо будет, соответственно, смотреть за всеми этими событиями. Вот такая, господа, картина получилась. Еще раз говорю, планировал чуть покороче сделать видео, не получилось, потому что именно вот разбирать ситуацию с БРИКСом, это длительный процесс, и я вам говорил просто неоднократно о том, что за ним надо следить внимательно, и что он фактически будет определять дальнейшую ситуацию с возможностью обходить нам санкции, соответственно, снижение инфляции в России, снижение ставок и так далее. Все это будет завязано на этой платежной системе. И, безусловно, ослабление американской системы тоже будет завязано на этом. Чем больше уход от доллара, чем меньше спрос на него, тем слабее становится Америка. Это надо четко понимать. И не только Америка, но и Европа и так далее, потому что все эти валюты, вся эта система, евро и прочее, все это одном, как говорится, миром мазанное. Все они абсолютно сатанинские, созданные, как говорится, Ротшильд-Рокфеллеровским отродьем. И, безусловно, все это печатная бумага, ничего не стоящая. Поэтому в этой ситуации их экономики сейчас просто будут разваливаться, что называется, на куски. Чем больше будет, как говорится, отказа от этих валют. Поэтому, как говорится, наблюдаем. БРИКС осталось не так много, две буквально недели. И посмотрим, какие там будут сделаны заявления. Вы слышали, Силуанова, что все эти процессы идут. Все это создается. Америка, в принципе, это тоже признает. Поэтому, как бы, будем смотреть результаты. Ну и на этом, господа, я заканчиваю. Напоминаю, да, что те, кто интересуется не только курсом доллар-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Ссылка находится в описании любого видео. Как я уже говорил неоднократно, у нас есть уже убитые видео в YouTube, поэтому имейте в виду, как минимум хотя бы либо сохраняйте ссылки, либо подписывайтесь, например, на тот же Дзен, потому что, еще раз говорю, альтернативные площадки обязательно надо иметь, так как все-таки с нами борется, мы это видим прекрасно. Конечно, мы стараемся и здесь поддерживать, потому что мы знаем, что многие нас смотрят из-за границы, например, да, и, конечно же, так сказать, чтобы у них была эта возможность, безусловно, мы здесь тоже продолжаем, но могут и со стороны YouTube, либо со стороны России. Такой тоже вариант исключать нельзя, потому что понимаем, находимся мы на противнике, как говорится, территории врага, поэтому здесь надо четко понимать, что все что угодно может быть. Поэтому, чтобы по крайней мере не потерять, подписывайтесь и на телеграм-канал, как на основной, как говорится, ядро нашей, как говорится, площадки, либо, собственно говоря, вот, например, в Дзене, потому что Дзен у нас ссылка тоже идет всегда с каждым видео. Неважно, там полноформатным, шортс там или там прямые эфиры, записи и так далее, неважно, везде найдете. В Дзене вы сможете посмотреть, во-первых, так как это полный дубликат данного канала, и, собственно, посмотреть видео без тормозов, там, да, если у вас эти проблемы есть, там, с VPN и так далее, смотрите. А также, соответственно, вы можете там смотреть, например, прямые эфиры, запись, да, и, соответственно, как я говорил уже, то, что там, в принципе, материалы все абсолютно найдете. Если вдруг что-то произойдет, и вдруг здесь там, как говорится, очередное видео будет убито, или там канал, как говорится, могут заблокировать, тогда, еще раз говорю, вы уже не увидите ни наши ссылки, ничего. Если просто видео убьют, то ладно, там вы сможете, как говорится, ссылки посмотреть на предыдущих видео. А если, как говорится, канал весь убьют, то не увидите уже ничего. Мы это уже проходили, знаем, поэтому об этом говорим. Поэтому подписывайтесь и на телеграм-канал Trader Club. Здесь вы сможете вообще, как говорится, держать руку на пульсе, потому что всю самую необходимую важную информацию мы всегда выкладываем в телеграм-канал. Всегда это делаем с пояснениями, с аналитикой, чтобы вы знали, как эту информацию использовать, как она может
действительно оказать влияние на непосредственно ситуацию на рынках с курсом валют и так далее. Вот мы сегодня, когда по сопровождению по валюте вели, сразу отслеживали вот эти все данные, что все, что будет происходить непосредственно с данными по инфляции, мы смотрели сразу и предупреждали своих, как говорится, клиентов о том, что сегодня пойдет укрепление рубля, и, соответственно, те, кто хотел покупать валюту, отложили это, потому что понимали мы, что, соответственно, сейчас начнется это укрепление, мы видели, как ведет себя кросс-курс, видели, как ведет себя юань к доллару и так далее, да, смотрели геополитику, понимали, что какие события назревают, выходные, соответственно, несмотря на то, что должны были, по идее, уходить, как говорится, в валюту, да, потому что, ну, часто просто за счет того, чтобы, как говорится, хеджироваться. Не исключено, что сессия закончится, да, и неофициальный курс взлетит. Я вообще не исключаю такого варианта. Но это будет такой скачок резкий, а потом, соответственно, как обычно, в понедельник все это обвалится. Это мы видели неоднократно. Потому что впереди события, которые, естественно, могут привести к тому, что рубль резко может ослабнуть за выходные. И к этому, естественно, будет хеджироваться. Но в целом мы знали, что будет укрепление. Поэтому предупреждали не торопиться с покупкой валюты, соответственно, подождать, когда вот произойдет эта коррекция. И сейчас она уже может закончиться, на самом деле, неожиданно и резко развернуться, а может и продолжиться. То есть тут все зависит от того, как будут происходить события за выходные. Поэтому, господа, естественно, если хотите за всем этим следить и быть в курсе, обязательно следите за нашим каналом. Он непосредственно у нас будет показывать всю статистику, всю информацию. И, соответственно, мы держим руку на пульсе. Также напоминаю, что у нас проходят прямые эфиры. Они у нас проходят непосредственно на других площадках. Раньше это был тоже Рутюб, теперь это уже стало, как говорится, и Дзен, и Рутюб. Вот, поэтому, ну, Дзен прямые, конечно, не проходит там, потому что там нет пока возможности прямых. А, в принципе, если появится, конечно, мы в Дзен тоже будем переходить, возможно, прямые эфиры. А так, в целом, пожалуйста, вот, Рутюбы, там, вот, ссылки на все площадки, где вы можете посмотреть. Либо посмотреть записи, если вы, как говорится, уже смотрите пост. Либо непосредственно вы, если записаны уже на наш телеграм-канал, то во время, когда идет публикация прямого эфира, вы можете зайти и поучаствовать в прямых дискуссиях в онлайн-режиме, соответственно, задавать вопросы, что вас интересует и так далее, а не ждать там, когда выйдет очередное видео, и тем более мы рассматриваем ситуацию здесь и сейчас, и заранее сразу, как говорится, делаем прогнозы о дальнейшем развитии событий и как поведет себя рынок при том и иных, которые события к этому моменту происходят. Также напоминаю, что, конечно, есть у нас услуга персонального сопровождения, выглядит она непосредственно вот таким вот постом. Выходит она также у нас только в конце дня каждого, кроме выходных. И, собственно говоря, вы можете прочитать, что она из себя представляет. Выглядит она вот таким вот образом. Вот, все здесь описано. Это онлайн-сопровождение, обучение, консультации, поддержка, сопровождение, все что угодно. Все это в онлайн-режиме. Вот я говорю, по валюте сейчас очень востребовано, особенно когда вот сейчас динамика пошла в валюте сильная, да, и все постоянно обращаются, что там делать, покупать, не покупать, продавать и так далее. Все это мы делаем в онлайн-режиме, учитывая все, весь фон, да, не то, что там какие-то рисуночки там, вот эти вот, которые 99% YouTube и телеграм-каналов, да, они там даже в платниках и так далее, там одни рисуночки сплошные. Вот здесь заходим, стоп ставим вот здесь, вышибло, мы о вас забыли, неважно, потому что, в принципе, мы клепаем сигналы каждый день, мы за них не отвечаем, это надо четко понимать, и анализ наш весь всего лишь заключается на том, что прочитали какую-то, возможно, новость, не знаем, как она работает, но приобщили к своим рисункам, вот примерно все то же самое. Все эти Фибоначчи, скользящие, там вот эта вся херь, и, конечно, там все вот эти именитые биржевики, там, Кречетовые, Черных, Елисеевы, там, курс доллара, там, канал, да, там, дохрена этих всяких, называя самых именитых, которые больше всего, как правило, фигурируют, понятия не имеют, что они там делают, какие они там анализ проводят, там анализа нету вообще, чтобы вы понимали. Понимали, что там конкретно одни рисунки, чертежи, это чисто тупо блогеры и не более того. Имейте в виду, будьте очень осторожны с их прогнозами, тем более пытаться по ним торговать. Поэтому у нас, естественно, подход абсолютно другой. Мы четко идем через фундаментал, прежде всего, с анализом вверху-вниз, так называемый. Можете посмотреть, что это такое. Мы изучаем все, что связано, как говорится,
вначале в мире, потом смотрим уже, что происходит конкретно в каких-то, как говорится, странах, потом смотрим, где конкретно, в каких секторах, потом в каких компаниях и так далее, и так далее, и так далее. Вот так вот сверху, да, снизу спускаемся к тому, что нас интересует для каких-то прогнозов, понимая всю цепочку событий и факторов, которые могут на это повлиять. И после этого уже делаем анализы, там технические и так далее, уже понимая, по крайней мере, что происходит. Вот тогда мы можем тогда давать какие-то вам рекомендации и так далее. Да? Вот, поэтому, если заинтересует эта услуга, можете тоже переходить, подавать заявку и, собственно говоря, также, как говорится, присоединяться. Также напоминаю, что у нас есть живой чат, вот у нас там огромное количество каждый день приходит. Мы его тоже, естественно, добавляем людей. Абсолютно живой. Идет, естественно, как говорится, общение друг с другом. Какие-то друг друга устраивают там споры, дискуссии. Помогают часто даже, если мы какую-то информацию не отследили. Подписчики могут выложить, мы тоже можем ее обсудить там и, соответственно, принять во внимание и так далее. Да? Какие-то там торговые свои сигналы, например, да, и обсуждают потом там идеи, какие-то взгляды. И при том сообщество уже грамотное, не то что там хомяки, там, да, сегодня ракета, завтра подводная лодка и так далее, типа Тинькофф Пульса, да. Здесь все-таки уже люди, умудренные опытом, давно на рынке и понимают, что и как. Поэтому, если хотите обучаться действительно с теми, кто реально в этом понимает, а не просто, которые, как говорится, пришли поиграться в биржу, в торговый автомат, присоединяйтесь, господа, я думаю, вам будет тоже это полезно. Также напоминаю, что, конечно же, у нас здесь будут и на всех остальных альтернативных площадках, где вы нас видите, каждый день проводиться эти видеообзоры. Будем разбирать каждый день всю ситуацию, связанную с тем, как она может повлиять, какие новости, какие события на рынок, на валюты. Поэтому, собственно говоря, естественно, делая эти видеообзоры, каждый день будем двигаться постепенно к пятнице. В пятницу, как сегодня, мы подводим итоги. Ну, что я могу сказать? Во-первых, по Америке ситуация неоднозначная. То есть, в принципе, статистика экономическая оказалась не, тоже неоднозначна. Где-то чуть лучше, где-то хуже. Но в целом, как бы, тренд все равно на ослабление экономики и ни о каком снижении инфляции речи не идет. Это показало. Единственное, что сейчас это уже становится мало, как бы, значимо, потому что уже пошел отчетный период. А отчетный период позволяет, соответственно, рынок держать как на вот этом буфере поддержки. Да? Соответственно, от того, как проходит отчетный период, либо индекс тянут еще выше, либо начинает, соответственно, не подтверждать это заложенное ожидание, вот это фуфло, которое разогнали, да, и, соответственно, снижаться. Но надо понимать, что впереди выборы, и понятное дело, что поэтому, как говорится, никто ронять его не будет. Ну, а ситуация непосредственно, например, с геополитикой, да, то мы понимаем, что здесь вот эта ситуация с Израилем, она в любой момент сейчас может преподнести определенные сюрпризы, черные лебеди, как говорится, могут спорхнуть, да, и запустить цепочку событий, которые многие стараются якобы думать, что не будет. На самом деле все очень быстро может произойти. Поэтому здесь, конечно, надо четко понимать, что неделя эта закрывается пока на некой американской статистике, которая неоднозначна, и пока отчетный период рынок двигается выше, и доллар, мы видим, набирает силу. А с другой стороны, вот эти геополитические риски пока не реализовались. Но они, как бы, мы видим и в золото, что оно заходит, и, соответственно, все ожидают, что будет в выходные. Нефть держится и так далее. Поэтому, подведя итоги, в пятницу мы будем двигаться с вами уже потом к воскресенье. В воскресенье будет обзор следующей недели. Будет абсолютно новый календарь. Будем его также, естественно, полностью разбирать, что куда, на что может повлиять. Ну и, конечно же, понимая, что было на прошлой неделе, в пятницу, подведя итоги сегодня, понимая, какой тренд формируется к понедельнику, уже зная воскресенье, какие будут события и так далее, эти субботы-воскресенья, особенно эти субботы-воскресенья, и, естественно, в целом мы всегда следим за субботы-воскресенья, потому что там могут происходить те самые события, которые имеют колоссальное значение, могут оказывать сильное воздействие на ситуацию с рынками, но происходит именно на выходные, чтобы не оказать реально сильного влияния на основную торговую сессию. И мы видим, что вот эта ситуация с ответом Израиля плавно перешла на выходные. Поэтому вполне вероятно, что в эти выходные, может быть, не гарантированно, потому что тут надо
смотреть, но есть вероятность большая, что все-таки попытаются там как-то нанести удар по Ирану. Вопрос, как они будут потом разряжать эту ситуацию, чтобы цены на нефть в понедельник не улетели вообще к чертовой матери. Поэтому, собственно говоря, они сразу пойдут пробивать 80-е, и это очевидно, что потом их забавлять оттуда будет гораздо тяжелее. Поэтому, как говорится, возымеет это действие предупреждений и так далее со стороны Ирана и прочее или нет, посмотрим. За субботу и воскресенье будем внимательно следить. Ну и на этом, господа, как я уже сказал, уже понимая, что будет происходить в субботу и воскресенье, что было на прошлой неделе в пятницу, в воскресенье будем понимать уже, что будет происходить на следующей неделе, имея новый календарь и так далее, будем пытаться стараться максимально приблизиться к реальному прогнозу курса валют, еще раз говорю, к прогнозу, к аналитике, а не какие-то там рисования, черчения и прочее, да, или предсказания, гадания на кофейной гуще. Поэтому, естественно, мы понимаем, что это именно прогноз, но он всегда, как вы видите, близко к реальности, всегда, чаще всего. И при этом понимаем, что и какие-то ошибки мы тоже можем допустить, и это нормально. Потому что это аналитическая работа, это непосредственно не какое-то там рисование черчения. Поэтому мы понимаем, что стоит за каждым сценарием возможного развития событий, как, почему и каким образом. Поэтому мы, естественно, делаем эту работу, несмотря на то, что она крайне сложная, особенно в рамках того, когда ситуация не рыночная, постоянно происходят какие-то перекосы, какие-то возникают новые, как говорится, обстоятельства, меняются методологии и так далее. И несмотря на это, мы все равно эту работу делаем. Поэтому, господа, если хотите во всем этом разбираться, если хотите понимать, что, как, почему, зачем, на что влияет, куда приводит, куда воздействует, куда не воздействует, куда раньше воздействовало, а теперь не будет и так далее, следите, естественно, за нами. Подписывайтесь, будьте в курсе. Традиционно большое спасибо всем, кто с нами давно. Мы видим уже этот костяк сформированный. Очень приятно, что вы уже, как говорится, сами начинаете, даже смотрим по комментариям, начинаете уже более грамотно рассуждать и так далее. Это тоже очень важно. В принципе, значит, цели наши выполняются. Также, естественно, всегда рады новичкам. И мы видим, вас очень много становится, все больше и больше. Потому что все-таки, еще раз говорю, то, что мы предлагаем, это абсолютно эксклюзив, это никакая не похвальба, это чистой воды факт, потому что то, что мы делаем, не делает никто. Авторское видение, как говорится, накладывает определенные моменты, связанные с каким-то, скажем так, личностными взглядами, но еще раз говорю, наша команда как бы придерживается четкого понимания, враг есть враг, и ублюдков надо называть ублюдками. И, соответственно, эту позицию мы не поменяем. А процессы, мы же не просто так об этом говорим, как вы видите, напрямую влияют для того, чтобы делать какие-то прогнозы, чтобы заниматься какой-то аналитикой, минуя этих процессов, просто невозможно. Потому что именно они и определяют движение курсов валют, рынков и так далее. И выкинуть это, вы фактически выкинете лошадь, как я вчера говорил, которая тянет вот эту всю телегу, а на самом деле именно фундаментал тянет. А фундаментал это прежде всего сейчас, как вы понимаете, это геополитика. Это геополитика, которая уже цепляет экономику, финансы и так далее, но в целом это все равно все шестеренки одного механизма. И пытаться сделать какие-то прогнозы, не понимая, как это работает, не отслеживая это ежедневно, ежечасно, в этом вся и сложность работы. То есть, когда вы рисуете чертежи, там особо напрягаться не надо. Приложил, хаи-лаи, свел, там 5-10, накинул Фибоначчи, там, да, там большого ума не надо. Там даже большого развития не надо, потому что функции достаточно шаблонные и могут изучить любой идиот. А, как говорится, мы помним все вот эти даже курсы, которые продают, которые многие покупают, друг у друга тырят эти курсы, потом выкладывают типа за свои, соответственно, там ничего нового нет. Ничего, вот абсолютно. Возьмите любую просто вот старейшую книгу какую-нибудь по теханализу, и вы найдете все там, то, что будет даваться в любых платных курсах. Вам ничего там нового не научат, абсолютно, поверьте. Еще раз говорю, у нас школы трейдеров нет как таковых вообще. Все это абсолютная профанация.
И по факту надо понимать, что этим вещам просто не учат. Нас учат только чертить, потому что это самое простое, господа. Самое простое. Взял, начертил и, как говорится, делай вид, что ты охрененный специалист. А по факту он туда не пойдет. Вдруг неожиданно развернется, вообще пойдет в противоположную сторону рисунка. Почему? А вы об этом не знаете. Потому что лошадь выкинули, поставили телегу впереди, а телега без лошади не едет, а лошадь-то конкретно и тянет, и непосредственно цену, и рынки, да, и показывает, куда она двигается. А телега-то, она в техническом анализе, она только показывает уже историю, все, что уже произошло. А впереди только гадание, потому что гадать придет на ту отметку или нет, не зная, что стоит за этой отметкой, это полный бред. Полный бред. А все эти чертежники, ютуберы, телеграм-канальщики, 99% только этой херней занимаются. Поэтому еще раз говорю, материалы эксклюзивные, работа глобальная, проводится каждый день, ежечасно. И, естественно, каждый раз это очень непросто, тем более еще и надо уметь работать с этим фундаменталом. Мало того, что читать эти новости, мало того, что искать эти новости, и знать, где и какие, потому что информационный поток огромен. Вот этого инфоговна полно. Но из этого говна выкопать именно то, что реально играет роль, очень сложно. А вас все время пытаются увести куда-то в сторону, вас все время пытаются нагрузить какими-то там вообще непонятными, как говорится, слухами, какими-то инфовбросами и так далее. Запутать вас, увести. Поэтому говорю, работа глобальная. И она непростая. Поэтому, естественно, еще раз говорю, мы в этом плане эксклюзив. И вот то, что люди добавляются, они видят. Они видят, что то, что сравнивают с другими, и понимают, что на самом деле там все клоны. Клоны. У всех практически одно и то же. Мы сами все это пересмотрели многократно, поэтому в принципе, нам, как говорится, есть чем сравнивать. Это не то, что получается, мы говорим, не знаем о чем. Нет, все это сравнивалось, смотрелось, поэтому нам есть чем сравнить. И мы понимаем, как подается информация и какой подход, как говорится, на других проектах. Поэтому, новички, и, как говорится, мы вам рады. Добавляйтесь, присоединяйтесь. Ну и, как я уже сказал, все, кто, как говорится, пытаются нам просто либо сгинуть какой-то, как говорится, инфоговно какое-то, да, как говорится, попытаться там каким-то образом нас задеть, там еще что-то, да, сразу говорю, просто будете отправляться в бан. Подумайте очень хорошо, вообще, как бы, готовы потерять данный проект или нет, потому что один раз вы можете, как звездочка, засиять на небе и потухнуть раз и навсегда в данном проекте, да? Поэтому имейте в виду, есть смысл привлекать к себе внимание всяким инфоговном своим размещаемым, да? Либо какой-нибудь там, как говорится, просто пуканьем, условно говоря, в комментариях, да? Ну, потому что это не... Вот ваши высказывания, они зачастую абсолютно пустые, вообще, просто. И по факту, когда вы еще и пытаетесь там каким-то образом, что называется, нас оболгать, да, там, попытаться как-то дискредитировать и так далее, вы тем самым просто вводите в заблуждение тех, кто, как говорится, читает эти комментарии. А мы уже говорили, надо посмотреть материал, прежде чем делать, составить какой-то свой, как говорится, взгляд и свои, как говорится, принять какие-то решения по поводу интересно, неинтересно, так ли это, согласиться с этим, противостоять или нет. Это уже, как говорится, каждое дело личное. Но когда вы срете в этих комментариях, естественно, это сбивает людей, как говорится, с правильности определение, то, что есть на самом деле. И, как я уже сказал, не забываем, всякие либерасты, ну, они, в принципе, вот, когда они существовали еще с 90-х, 2000-х, они же как мелкие сраные тролли вот эти, да, которые просто вот везде вот это вот срали, во всех там соцсетях, там вот это все свое говно распространяли, потому что им за это бабки же платили, они же там на грантах сидели и так далее, да. Те, кто воспитались на этом, да, которые не удосужились покопаться в реальности, как говорится, поискать правду, может быть, как-то пропустить это через критическое мышление, может, все не так, как тебе кормили, да, но
зачастую это мало кто делает, да, поэтому, естественно, начинают следовать этой повесточке, да, как говорится, а есть те, кто, как говорится, намеренно это делает, да, мы же знаем прекрасно, как работает ЦЕПСО, например, да, они конкретно прям находят любой абсолютно соцсеть, ищут, где идет обсуждение, особенно близко связанное там именно с финансами, с политикой, с экономикой там, да, и пытаются, естественно, найти, где вот только зацепиться, чтобы начать раскачивать лодку, рассказывая про то, как в России все плохо, какая Россия плохая, какое плохое правительство, что надо идти свергать, и пятое, и десятое, тыры-пыры, и вот этот нарратив вытащить и, собственно говоря, начать его раздувать, все это говно мы знаем. Во-первых, еще раз говорю, вы крайне низкообразованные, вас херово готовят. Еще раз говорю, натовские ублюдки, они конченые долбоящеры, у них мозгов, к сожалению, для того, чтобы понять загадочную русскую душу, не хватает. Не хватает. Они придумали вот этот свой мирочек, в котором они правят миром. И считают, что так все и происходит. И что все, что как бы подействовало на них, так действует на нас. Нет, мы другие, а в корне другие. И в отличие от сатанистов, с нами Бог. А мы, значит, обладаем верой и правдой. А в правде, как говорил известный персонаж, вся сила. В деньгах сила? Нет, в правде. Поэтому еще раз говорю, когда вы пытаетесь вот эту раскачать лодку, у вас ни хрена не получится. Ваши вот эти тупорылые комментарии будут удаляться, вас будут банить, и попытаться вызвать вот этот нерв, раскачать, попытаться поднять, ничего не получится. И Россия уже меняется полностью. Полностью меняется, и вся вот эта либереснёвая общественность ей становится чужда. И ее фактически просто выдавливают из общества. Поэтому, в принципе, еще раз говорю, подумайте, прежде чем что-то там попытаться насрать. На этом, господа, заканчиваю. Надеюсь, как говорится, что выходные пройдут у нас гладко, хотя верю в это слабо. Я и жду по России активизированные удары, потому что, еще раз говорю, линии вот эти будут прощупываться. Уже активно били по беспилотникам и прочее. Теперь, конечно, уже вопрос, когда будут бить ракетами. То, что это будет однозначно, потому что, еще раз говорю, сразу говорю, мы не избежим этой битвы, не избежим. Вариантов нету. Они понимают прекрасно, что финансовая система, как только пойдет в развод, в развал, все, их не станет. Без нее они существовать не могут. Поэтому, естественно, будут биться до конца. А наша задача не допустить этого, не дать возможности сатанистам дальше продолжать захватывать мир. Поэтому здесь, хочешь не хочешь, но столкнуться придется. Тем более, есть такие вещи, которые ну просто не поддаются никаким переговорам. Еще раз говорю, Одессу мы не отдадим, это что касается 404-й, не отдадим. А они от нее не отступят. И это в итоге все равно столкнет нас напрямую. Поэтому Ближний Восток гораздо быстрее может выйти на это столкновение. Так что наблюдаем, ждем. И до воскресенья, господа.